Всем привет, с вами coplan.ru. Стрим для вас Лэзи. Так, ага. И что за фигня, почему так мало народу в чате? Вообще никого нету. Куда все делись? Good like пришел, окей, да. Год-два. Блин, вообще просто пусто. А, привет. Да, вот, в общем, сегодня мы посмотрим на 30 минут назад вышедшее DLC, которого я жду уже, блин, просто не знаю, с момента прохождения прошлого DLC. О, прям дождаться не могу. Я проведу вам даже небольшую экскурсию перед тем, как мы туда пойдем, чтобы вам было интересней. Что вообще, чтобы вы знали, что ожидать от этого DLC. Так, да, я буду играть не за самого прокачанного персонажа, а за Валю Терминатора, потому что... Да не знаю почему. Фига я наиграл. Да, буду, в общем, играть с этим персонажем. Вот, потому что она уже там стоит, около, собственно, костра практически. Ух, мне не терпится. Я даже не заходил туда, я даже дверь не открыл. Да, вот, собственно, дверь. Я могу ее открыть уже. Если вы купили DLC, то вам дадут вот такой вот ключик к этой двери. Я сейчас покажу, где находится DLC. Ага, я даже не смотрел на ключ, если что. Я даже описание не читал. Позволяет попасть в неизведанные земли. Шикарно. Вообще народ ушел. Кусок железа в форме ключа. В глубинах железной цитадели под... Сейчас. В железной цитадели за алтарем есть дверь в башню, которая приносила железо старому королю. Ох, это будет сложный DLC. Тут надо будет много читать. Огромный вес глыбы напоминает о колоссальной силе старого железного короля. Окей, а теперь небольшая экскурсия. Для тех, кто вообще не в курсе. Кто такой железный король, о чем идет речь? А я уверен, много кто не в курсе. Если вы на Good Game заходите в чат, блин, вообще, тут для кого я тут стримлю? Если вы на СК2, то заходите в чат и ставьте пеку, потому что у вас чат не активированный даже. В отличие от нас. В смысле, них на Good Game. Так вот, железный король это... Вот мы сейчас находимся в владениях железного короля, но тут не всегда все было вот так ущербно и все такое. Вот, кстати, многие игроки гадали, что это за статуя, чего она, самого Железного Короля или намек на силу Железного Короля, то есть, ну что, бык из железа. Вот, это как бы никто не знал, то есть, может, он ее сам себе поставил. Но, в результате, тяжести всей вот этой железной цитадели, его железного замка, весь этот замок, он пошел ко дну и пробил там землю, пошла лава, все стало плохо. Я на самом деле готовил свою речь, вот, в плане экскурсии, но что-то я все запорол. Неважно. Были еще владения Железного Короля, ну там, по шмоткам, я не буду вдаваться в подробности, откуда я это узнал. Но если вы будете читать обо всех шмотках, ну, в смысле, там, вот, наводите на что-то там и читаете описание, то вот так вы узнаете про сюжет, и так, собственно, и узнается все в Dark Souls. Я потом еще покажу земли, где он охотился. То есть, да, тут не одна локация Железного Короля, но только в одной локации о нем прямо говорится. Отлично, сообщение оценили. Я специально перед тем, кто туда пошел, оставил несколько сообщений. А там, блин, сообщения такие забавные оставляют, типа, перед дверью в DLC. Ну, там, если не купили DLC, то вот у вас этот проход будет, но в дверь вы войти не сможете, потому что у вас ключа не будет. Но вы сможете призываться, если вот тут оставить знак призыва свой, или вот там то же самое, такая же комната, то вы попадете в локацию какую-то, я не знаю, перед боссом. Либо в одну локацию, либо в две локации. Наверное, в одну и ту же, мне кажется, если... Ну, где угодно оставляйте, и ваш знак призыва появляется на той стороне. Так вы можете посмотреть на DLC, не покупая его. Тут сообщения забавные, типа... Да, вот типа того. Богач впереди, и тогда может помочь в бой. Ну вот, вы поняли, я думаю. Блин, я не могу посмотреть. Ну, типа... Может, да, может помочь богач. Ну, вы поняли, о чем я говорю. Ладно. Я вообще хотел бы, чтобы было побольше людей, когда я туда буду заходить, но черт с ним. Я не знаю, попросил, чтобы сделали анонс в группе. Попросил, в общем, чтобы сделали анонс на главный, но черт его знает. Будет ли кто-то это делать или нет. Я сделал на форуме. Что мог, то сделал. Вообще... У меня прям...
Сердце замирает. Окей, круто. Хорошо. Лифтец у нас. Что-то сразу какой-то он такой... Не такой, как остальные лифты. Какой-то он механический прям. Что, сразу босс? Приготовься. Лол. Нет, вы гоните. Хорошо, ладно, у меня тут запасено несколько магий, на всякий случай. Воу-воу-воу-воу! Что за хрень? Походу, там реально босс. А, нет. Черт, я испугался. Лифт просто так неожиданно уехал. Вау! Воу, офигеть! Роскошный вид. Да, чувак, роскошный. О, блин. Я так понимаю, это то, как выглядела цитадель до того, как она... Что за хрень? Что тут сзади было? Цитадель до того, как она ушла под землю, я так понимаю. То есть вот так вот она выглядела, в снегу вся. Огроменная. Хотя тут мало железа. Ну вот я цепь только одну увидел. Так что, может, я путаю. Но у меня вот так... Хотя не, это же не может быть воспоминание, правильно? Это типа просто локация? Не. Не сдавайся. Ой, а тут что-то прям... Что-то грустно все. Ты будешь меня бить? Кто-нибудь из вас вообще хочет меня бить? Я хожу по ним, чтобы понять вообще, какие они, злые или нет. Литой клин? 6 штук? Что? Это кинжал какой-то? Ну-ка. Такой вещи не было в Dark Souls. Ой, надо будет сейчас искать новые вещи. Это всегда сложно, когда что-то абсолютно новое находишь. А, вот он. Уничтожает пепельного идола. Железный клин, выкованный в этих краях. Им можно уничтожить пепельного идола. Пепельный идол имеет огромное значение для Надалии, которая... Отреклась от плоти и доверила этому идолу свою сущность. Это мне не нравится. Это значит, какие-то будут призраки, которых можно будет убить только этой хренью. Нет, я не могу использовать. Походу, это как ключ какой-то. Я не знаю, слушайте. Фух, мне страшно туда идти. Удачи. Смотрите, какой огромный путь. Фак. Хрен я дойду. Ладно, у меня колечко готово, я теперь только с ним хожу, когда стримлю. Ладно, она пока не крутится, не шатается, ничего, все нормально. Блин, я даже бегать боюсь по ней. О, черт. Как-то это жестоко. Ну хорошо, ладно. Только не падай, только не падай. Что за хрень? Эй, я здесь не поднимусь. Ой, нет, ладно. Поднимусь, поднимусь. Костер. Как туда попасть? А, я вижу как. Там лифт. Так, ладно, костер, слава богу. Я подумал, сейчас какой-нибудь босс, знаете, или дракон прилетит, нафиг меня сбросит вниз. Да, как-то это странно. То есть, а как люди нормальные, в отличие от меня, перебирались на другую сторону? Ну окей, это будет загадкой. Я, наверное, не буду... Хотя нет, вот, скорее всего, наоборот, я буду призывать. Буду призывать себе на помощь кого-нибудь. Но не сейчас. Пока мне не нужна помощь. Тем более, чувак выглядит суровым. Я могу туда спрыгнуть. Я не знаю, что там внизу, но я туда могу попасть. Ладно. И сюда я, наверное, могу запрыгнуть, да? Если постараюсь. Может и нет. Я слышу кого-то. О, фак. Что за хрень? Воу-воу-воу-воу. Пиромант. От бога. Ой, да-да-да, использовать, короче. Я понял, окей, вот что значит пепельный идол. Понятно, это ловушка, в общем, ее можно обезвредить только вот так. Душа Надалии, пепельные невесты, ого. Ой, чуваки, мне страшно даже стоять тут, дайте-ка я к костру отбегу. А мне интересно, если у костра посижу, этот враг снова появится, или это ловушка именно? Ну, вряд ли мне за каждую будут душу давать, да? Сирена.
Ой, как у меня много душ, блин, сложно будет искать. Что? Так, пепельная невеста, небольшой фрагмент души. Фрагмент, то есть это частичка только души. А она выглядит как нехилая такая. Огромная душа. Темная причем. Душа Надали, пепельная невеста. Отрекшийся от плоти и скитающийся по мглистой башне. Окей, мы, видимо, в ней находимся. Когда она далее явилась в эти края, того короля, которого она искала, уже не было здесь. В отчаянии она отреклась от собственной души, и слилась с наследием старого короля. Ну, видимо, она частичка этого замка или типа того. Я просто не знаю, что еще может быть наследием. Это лишь фрагмент души, который нельзя использовать в таком виде. А, я не могу ее сожрать, видите? И я не могу... Ву, блин, слушайте, это круто! Я, получается, когда соберу все души, ну, я так думаю, я смогу собрать из них какое-то мега-оружие. Я хочу в это верить. Ой-ой-ой-ой-ой! Безопасная зона. Ушибись! Как это мне поможет? Так, тут... Вот, все, мне уже нравится DLC. Смотрите, сколько ходов. И туда можно пойти, и здесь спрыгнуть, и там. Хорошо, что я не спрыгнул, я сначала хотел, но если бы я прыгнул, я бы, ну, как бы, и все, и прыгнул бы просто. Но тут надо будет кольцо кошки одеть. Ладно, я пока сюда не пойду. Я думаю, здесь я смогу запустить какой-то лифт, чтобы быстро путешествовать из локации в локацию. Что? Кольцо впереди, но осторожно, тупик. А, то есть тут ничего и нету, да? Или кольцо он имел в виду то, что окружность? Нет. Кольцо ловкости? Что? Я, кажется, знаю, что это. Я, кажется, уже видел это. Я тут чуваков избивал перед стримом, чтобы потренироваться. Так, сейчас, оно должно быть внизу. Кольцо Флина, кольцо Йорга. Вот, ловкости. Увеличивает... Нет, что, просто ловкость? Причудливое смято железное кольцо увеличивает ловкость своего хозяина. Старый железный король правил в железный век. Сила короля позволяла ему без труда придавать форму железу, и он безраздельно господствовал над всем живым. И сильно ли она прибавляет? Так, на 5 где-то, насколько я понял. Как-то... Ну, зашибись. Ну, бесполезно вообще. Мне такое не нравится. Так, нам вторглись. Он пойдет оттуда. Ну, как бы я его просто увидел. Че, чувак, ПВП захотел? Ох ты, срань какая. Что? Вот почему они исчезают? Я вот думал, что это как раз и есть такое кольцо, но он меня уделает, наверное. Вот почему он опять исчез. Так, я его обманул. Нет! Я то же самое, что он сделал. Фак. Привет! У вас стояла неверная категория стрима, мы сменили категорию на игры РПГ. Спасибо тебе большое, потому что да, у меня сейчас нет доступа к аккаунту. Без тебя бы мы бы и стримили в не той. Огромное спасибо. Да, вот, в общем, спасибо тебе. Ну хорошо, меня отделали. Первый меня отделал сразу же. Я, разумеется, забыл надеть кольцо. Так ведь? Отлично. То есть, да, душа утеряна. Как-то это было бессмысленно. Ай, дурацкий перстень. Хотя ладно, я его оставлю. Раз на меня вторглись, пусть я буду кому-нибудь помогать. В принципе, лишним-то не будет. То есть, если на кого-то нападут, и я буду рядом, то я приду на помощь к этому человеку. Окей, где мои души? Но у меня был шанс выиграть, я на самом деле просто... Мы сделали с ним одну и ту же атаку, поэтому он пролетел мимо, а катана у него побыстрее оказалась, чем моя. Вот, я такой фигни не ожидал. Чувак меня сделал. Ну ладно, давайте прыгнем, что ли? Хотя... Ну давайте я пока кольцо кошки надену. Просто вдруг эта хрень упадет еще? Ладно, она не упала. Ой. Ну ладно, ты ближе всех. Старый растительный бальзам.
Такой был и в первом DLC. Это, по-моему, прибавляет силы на какое-то время. Вот. Да, временно увеличивает силы, все верно. Я не буду читать про те вещи, которые были уже в прошлом DLC, потому что, ну, зачем? Кто хотел, поиграл. А это только вышло, поэтому, да. Какие-то ящики или что это? Слитки железа? Нет, это... Я думал, просто большие, знаете, такие ящики железные. Я могу туда прыгнуть. Я допрыгнул. Но надо ли? А потом я могу прыгнуть туда вниз, а там что-то... Что-то горит. Вряд ли это костер. Кто-то зажег без меня. Так что ладно, давайте сначала осмотримся. Ох, черт. Ты будешь драться? Да, ты будешь драться. Ой, он выглядит опасно. Он бьет опасно. Сколько у тебя ударов? Эй! Читер. Так, он сделал три удара, да? Два быстрых, один медленный. Ну, относительно быстрых. Я слышу шепот какой-то. Я не знаю, слышите вы или нет. Как туда попасть? Я слышу шепот, в общем. Это вы? Снеговички? Солнечная трава. Это тоже из обычного вообще Dark Souls. Ого. Большая душа. Ну, понятно. Бесполезность. Я... Чё за шепот я слышу? Откуда? Меня он как-то напрягает. Так, тут проходится. Угу. Что, серьезно? Блин, а их много. Я что-то не готов к такому дерьму. Ну хорошо. У них еще оружие разное. Так, отлично, их нельзя столочить. Ну, как бы нет, не отлично, если что. Очень плохо. Они, то есть... Ого-го-го-го. У них стойкость какая-то безумная. Да, я был готов. Ох, ес, повезло. Если бы мой меч бы до него не достал, он бы меня разделал. Я закупил себе самоцветов жизни и, похоже, придется их юзать по полной. Так, я надеюсь, здесь что-то очень хорошее. Иначе это было бессмысленно и сложно. Бессмысленно. Я видел тут ништяк. Красная вода. Это тоже было. Что там такое? А, ясно. И как мне ее достать? Ну, то есть вот это, я помните, говорил, я видел огонь внизу. Я видел вот этот огонь. Вот что чувак делает? Он с кем-то сражается. Но его убили. Смотрите, как много пятен крови. Просто офигеть. DLC только вышло, он где-то минут там 25, нет, уже 35 уже минут назад где-то. Вот реально доступ к нему получили люди. Там вроде ничего не было. Ну, мне прямо страшно тут ходить. Клад впереди. Ну, да, вообще возможно. Спасибо. Бальзам из черной травы. Это, по-моему, новый. Я так... А, или нет? Нет, нет, это не новый. Все было. Меня больше всего интересуют новые вещи, которых не было. По понятным причинам. Там какая-то хрень летает, вы видели? Бердыш. Ого, плюс 7. Ну-ка, дайте-ка я залезу повыше. Попробуем, что это такое. Где ты? Ой, мне надо было все оружие сложить, мне сейчас искать. Я же даже не знаю, как он выглядит. Это может щит? Ага, вот он. А, серьезно? И все? Вот есть какая-нибудь история? Секира с большим лезвием, размахнувшись по шире, можно наносить рубящие удары на расстоянии, но при этом владелец оказывается очень уязвим. Но обычная такая, как-то вообще просто. Ну, ничего особенного, в общем. Таких полно. Странно, почему плюс 7? Я думал, это какое-то оружие локации. Ну, наверное, с ним как раз и ходят те ребята. Дальний бой, так что спокойствие.
Чувак, ты вот мне про это сказал, я уже не спокоен. Я, по-моему, закупился стрелами. Да, я 999 стрел купил, так что, в принципе, спокойствие. Там сундук. Почему он говорил про дальний бой? Это намек какой-то? Ну-ка. У меня, правда, лук не прокачан. Ладно. Тогда я вообще не понимаю. Они будут меня убивать? Или я могу их убивать? Да фиг там. Так, ну сундук хотя бы меня не убьет. Уши радуют. Не съест и ничего такого. Кусок титанита. Ну, ладно, нормально. Могло бы что-нибудь получше быть, на самом деле. А, вы гоните. Фак. Стоп, чё? А как вообще? Ладно, хорошо. Может, я их могу приманить? Блин, они меня пугают. А как я вообще их могу делать? В любом случае, кто-то из них меня сейчас огреет. Они, блин, вообще жутко сильные. А я одет в такую себе броню, но я из принципа в них хожу. Ладно, я пока кольцо кошки сниму. Ладно, ребят, знаете что? А, они не умеют лазать, стопудово. У них же руки, ну, двуручное оружие. Интересно, они могут за лестницу зайти? Не уверен, но мне что-то кажется, что он меня все равно ударит. Мне бы прочитать, что там написано. Черт, нет, я не это хотел сделать. Бой по очереди требуется впереди. Ну да, бро, я ожидал чего-то подобного. Ух! Я не очень представляю, что мне сейчас делать. Фак. Вот же срань. Чё она с ним сделала? А, бой по очереди! Ладно, надо валить. Что здесь? Господи, если костер, я спасен. Ой, ладно, я уже, видимо, не спасен. Еще один, да? А, я спасен! Я спасен! Так, а теперь мне нужно, чтобы там был костер, иначе я труп. Вот прям стопроцентный. Так, зачем я поднялся-то? Я ж мог прям на лестнице съесть ее. Блин, как-то мне не по себе совершенно. Пока сложновато. Но это как бы хорошо. Просто новые враги, новая локация, все новое. Непривычно пока что. А я заметил, что когда она ударила их, они стали какими-то пепельными. Вполне возможно, что я, например, сейчас не могу их бить. Потому что они, ну, призрачные или типа того. Ну что, у меня только одна попытка. И вообще, одна идея — это пробежать подальше и увидеть, что там вообще за двери. За дверью. Если костер, то мне повезло. О, видимо, не костер. Обычно костер спрятан всегда. Ребят, вы костер? Вы явно не костер. Блинский. Ух-ух-ух, чуть не упал. Талисман Ллойда? Как мне поможет сейчас талисман Ллойда? Тут дверь. Лау. Мне бы не сундуки сейчас, а что-нибудь покрепче. Так, ладно, ребят, мне надо привыкнуть к вашим атакам. Ну-ка, бэкстеп. Нет, не получилось. А почему у тебя стойкость такая маленькая? Этот прям вообще от каждого моего удара шатался. А вот ты по-любому не будешь. Так, три удара, да? Только два. Еще и по круговой, да?
Плохо мое дело. Отлично, я их бэкстепом с первого удара убиваю, надо запомнить. Так, оранжевый плод. Ком... было, да? Я боюсь, что они сейчас сзади подойдут. По-моему, оранжевый плод это от огня. Да, это огня, правильно. О, я не проверил сундук. А, этот тот чувак бил сундук. Я бил. Сейчас души две штуки, нормально. Так, тоже нормально. А, слушайте, вот эти вот чаны, они с водой, и, в общем... Это что за капля трава, старый лучший самосвет. И, в общем, в них вода. Видите, я мокрым стал, мокреньким. Поэтому... Значит, где-то сейчас будет огонь, через который мне, видимо, надо будет пройти. И такой намек в виде самоцвета. В виде оранжевого плода, который от огня защищает. Вообще, что-то тут сейчас нехорошее будет. Так, он пока не идет. Ух ты. Камень пустоты. Слушайте, если будет так мало народу, я на самом деле закончу со стримом и буду в гордом одиночестве проходить игру. Так что если вы смотрите стрим и не в чатике, то заходите. А то пока смысла вообще не вижу. Конечно, может кто-то еще запилит анонс на сайте, но я что-то сомневаюсь, что кто-то уже пойдет туда пилить его. Так, секретных стен нету. Ух-ух-ух. Так, ну все, тут по-любому должен быть. Что? Может помочь огонь? Снаряд требуется впереди. Снаряд? Ладно, у меня есть бомбы. Не понял, к чему это. Где у меня бомбы? Вот они. Что-то там нехорошее будет. Давайте сразу подготовим. Что там может быть? Ну, я сначала подумал про огонь. Что? Они взрывные, я так и думал. Они носят взрывные бочки. Черти. А если бы я сюда... Ну, хотя, ладно, и пошел бы я сюда без бомб. Хотя они бы вот тут взорвались бы. Они бы об огонь бы прошли и взорвались бы сразу. Скотина. Призрачная стена. Да, конечно. Хрен тебе. Так я и поверил. Ой-оу. Окей, невысоко. Один и тот же чувак наверняка оставляет эти надписи. То, что призрачная стена. Я просто уверен. Как тебе это, засранец? Окей. А это... Бьеч. А как насчет такого? Не ожидал, да? Небось, не ожидал. Эй, ты чё жив-то? Из золотого плода. Что? Что он кинул? Что? Что? The fuck? А что? Воу! Что? Какого хрена? О, черт. Что тут происходит? Что он с луком делает? Окей, он умер. Фу, блин. Черноогненная бомба, отлично. Я хочу на лук посмотреть. Он жив еще, а это шлем его. Это призрак какой-то. То есть он пустой. Костюм пустой. Так, ну тут ничего нельзя сломать. Блин, вот таких врагов я что-то даже не ожидал. Вот таких как были, это как из первого DLC. Таких я как раз ожидал. Но таких что-то прям нет. Но это клево. Тут случайно нету стен? Не, ну были бы надписи, конечно, но все равно надо поверить. Да, ребят, наверное... Наверное, я закончу со стримом. Буду его реально проходить один, потому что... Но смысла нету. Может быть, к следующему, конечно, DLC придет побольше народу, но что-то я сомневаюсь. Ну-ка, отвали. Хоть третий... Почему он делает третий удар? Третий удар? По-моему, вообще почти никто не делает. Из врагов. Так, тут никого. Хрен там. Двое. Еще сундук какой-то. О, ты чё? Сумасшедший. Если я буду... Вот, вот почему. Слушайте, они какие-то прям индивидуальные. Так, хрен знает, что с сундуком. Окей.
Обычно враги все одинаковые. У них либо много стамины. Цестус плюс 8. Лол. Это как из первой части. У них либо много стамины, либо мало. А тут у них как-то совершенно по-разному все. Даже если оружие у них в руках одинаковое у всех, то стамина все равно по-разному. Так, где Цестус-то? Я же знаю, как он выглядит. Хотя, может, здесь изменили, конечно. Это такой серп должен быть, если я не путаю. Чё-то как-то, да. Окей, по старой схеме. Что? Я что-то не понимаю. Так, ладно, мне его лень искать. А, Цестус, блин, это же кастет. Фу ты, ну да. Я подумал, что это... Да, я вспомнил, что это кастет. У-у-у, костер. Мне эти быки не нравятся. Какого хрена вы здесь забыли? Вот от чего ты умер? Ладно, не от быков. Ну, я подумал, его сожгли. Заживо. Срань какая. Ты какой-то не такой, да? А угадал? Нет. Так, не стреляй. Три штуки мерцающего титанита. Три штуки. Причем, блин, это офигеть. Это же можно фармить прям. Тут, если чего кто не понял, костер стоит прямо около сундука. То есть вы можете брать и пробегать спокойно, прямо сюда. Каждый раз, ну, то есть зажигать НГ плюс на костре. С этой стороны открыть. НГ плюс зажигаете и пробегаете спокойно. Вообще без проблем. Забирать свой титанит. Хотя я вот не помню. Деревянные сундуки обновляются, когда НГ плюс. Или только железные. По-моему, обновляются. Тут по-любому босс. Так, кошка, не носись. Ну, я готов. Опять не босс. Игра, хватит меня путать. Так, тут лифт. Животное, блин, ты чё, офигела? Я сейчас выгоню. Кошак бешеный. Ладно, тут почему-то лифт, но он какой-то странный. То ли сломанный, то ли не опущенный, не знаю. Да его опустить. Пустить всю его семью. Так, я могу прыгнуть вниз. Кто ходит? Там кто-то ходит. Кто-то огромный, блин, ходит. И этот лифт тоже не работает, да? То есть у меня всего один путь. Черт, слышите эти шаги? Мне не нравится. Опять ты? Нужно было огненных стрел. Огненных стрел взять нужно было. Тогда я бы мог вообще. Так, что-то здесь не то. Если я сюда наступлю, что будет? Ой, блин, я же знал! Какого хрена? Кварцевое кольцо тьмы, хрень. Бежим! Бежим как трусы. Ладно, даже не получилось. Блин, я же знал. А, вон лестница была, я не заметил. Я же знал, что будет. Хрена, из него лава течет. О, как такого вообще победить-то? Ужас. Зачем я туда прыгнул? Я же был в курсе. Да, слушайте, кольца на стриме полезны реально. Без них бы я носился туда-сюда. А так нормально. Правильно, я сделал, что запасся. Лжец впереди. Там, видимо, кто-то про стену писал невидимую, как всегда. А, умно, умно, да. Вот, помните, я говорил про быков с водой? Вот такие вот, типа, вазы. Я, когда в них прыгаю, я поливаюсь водой. И я какое-то время снижен у меня урон дамаг к огню. А, вот куда я. Понятно. То есть тут один и тот же путь. Смысл в том, что я
могу к нему пойти, и он меня, в принципе, будет слабо дамажить. Но все равно будет. Просто из него лава лилась, я поэтому подумал, что это полезная штука. Заодно посмотрю, что тут внизу. Чё-то тут, кстати, далеко вниз. Вы заценили размах локации? Я что-то как-то боюсь туда даже ходить. Я боюсь... Я хотел за стрим пройти всю игру, но я что-то уже не уверен. Может, призвать кого-нибудь? Ладно, не, пока не буду никого призвать. На, чувствую, кольца мне здесь не помогут. С моим-то скиллом падания. В любой ситуации. Ладно, нет. Блин. Ну, хорошо, ладно, ты хоть на пути на каком-то знак оставил. Давай, помоги мне. Отлично. Я, в принципе, подозревал, что мне это напишет. Да, просто я подумал, что раз он на пути оставил, то он в курсе, куда вообще идти-то. Так, я пошел в прошлый раз туда, теперь сюда пойду. Может помочь огонь? Что за фигня? Может помочь огонь? В смысле огонь? Но они явно не про эту дырку. Они про вот эту дырку. Про дверь. Как ты умер? Что? А. Ну, слушайте, у меня всего две попытки. Что случилось, блин? А, чё? Я ничего не понял. Тут чувак, что ли, стоял и мешал открыть мне дверь? Удачи. Ладно, мне явно туда надо пойти. Ну это же жесть. А, тут крысская позиция, походу, чтобы стрелять. Или закидывать бомбами их, я не знаю. Давайте попробуем стрельнуть. Нет, не получается. Но я так и думал, что из-за решетки не получится. Ага, тут получается. Ну-ка. Может, правда попробовать их отсюда забить просто? Ядовитыми стрелами? Ты вернулся. Тут как-то тихо. Вообще, просто. Я думаю, уже стрим заканчивать. Слушай, а ты можешь анонс сделать на главной? Я просто не умею. Я попросил в группе, но что-то, походу, никто не соизволит. Ничего делать. Блин, я опять слышу пение. Меня пугает. Чувак. Привет, Ролекс. Ты один из немногих, кто тут вообще обитает. Я так понимаю. Да куда ты ушел-то? О, блин, она прям подо мной. Вот кто поет. Я-то думал. Раз, два, три. Сколько осталось? Четыре. Четыре врага, да? Раз, два, три, четыре. Ну, то есть ты один какой-то просто вообще страшный чувак. Я больше по статьям в описании, я без понятия, как нас. Ну, в смысле, просто на главной написать, что? Ну, типа стрим. Вот ссылочки. Можешь еще плеер добавить. Можешь не добавлять, в принципе. Слушай, если я тебя убью. Да, я так и думал, он просто умирает. И почему бочка испарилась, блин? Какого фига? Хорошо, мне, видимо, только один путь вниз. Еще ниже, в смысле. Тут-то я уже... А, тут я не был. Или был? Благоразумие. Подумай хорошенько. Хорошо, я думаю. Что я могу сделать? Я вообще-то знаю, что я могу сделать. Я могу скинуть этих ребят вниз. Или бочки скинуть вниз, да, допустим. И нахрен там все взорвать. Ну-ка, давай, иди. Кто это вообще? Какие-то рабы. Я так понимаю, что Железный Король. Он давненько я не заходил сюда посмотреть. Я понял. Окей. Стена дырявая. Где? Серьезно? Что? Где?
Я не видел. Сама свет жизни. Кстати, отсюда я могу Илдуку попасть? Вообще интересная локация. Чувак! Так вот, Железный Король, он использовал нежить вообще как ему заблагоразумится. Если они подойдут к чуваку Славой, ну вы понимаете, да, что произойдет? Если чувак Славой решит на них немножко помочить Славой на бочке с порохом. Только, видимо, он не соизволит. Блин, а он так близко. Бу-бу-бу-бу-бу. Тебя бу-бу-бу. Чё делать-то? Чё делать-то? Эти бочки я не могу скинуть, да? Тут нет секретной двери? Нет. Слушай, где была дырявая стена? Давай, говори. Помоги мне, бро. А, почему все призваны уже, блин? Идите как мужики, одни проходите. Соски. А, чё? Что? Я не понял. Это баг? Все стены? Может быть, может быть. Ну что, у меня есть вообще огненный-то что-нибудь? Нету и нету. Здорово. Даже бомб, по-моему, у меня. Да нет, вот бомба, урна... Нет, это урна порча. Мне это не надо. Якобы могу пожертвовать собой. Я знаю, что я сдохну, если я туда прыгну. Конечно, мог бы, как профессионал. На огонь, по-моему, не прокатит, если зачарую. А вот если стрелы буду огненные использовать, то да. Которых у меня сейчас нету. И я не помню, где их покупать. Я вообще не помню, можно ли их покупать. О, я отсюда попадаю. А вот отравленные стрелы у меня есть. Чё, двигаешься, офигел? Сколько надо в пятку попасть раз, чтобы ты отравился? Ой, он пошел! Взорви, взорви, взорви! Взорви кого... Ой, он же сейчас кого-нибудь около меня взорвет. Чувак, дай-ка я лучше тебя тогда отравлю. Прям в яйки. Прям в попу. Непрокачанным луком-то. Отлично, он отравился. Вот у него какой-то маленький реген. Ой, адаптация у него какая-то маленькая. Он быстро отравился. А вот эти ребята прям вообще... Правда, я ему в тело стрелял, а вот им в пятки. Да, давай, 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 еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. О, бомбануло. Бомбануло, чувака. Отлично. Пробуй попить сниз. Я уже плевал на них, что только не делал, в общем. Блин, шикарно. Реально, это клево, это же, прикиньте, как офигенно. То есть, я подумал, да, я перед тем, как что-то сделать, еще и думал. Какое... Клевое DLC, мне уже нравится. Да, блин, я так никогда, конечно, игру не проходил. Закидывая стрелами с ядом. Как-то не по-пацански. Ну ладно. Выбор-то у меня невелик. Там вот эта штука еще стоит, которая я не, совершенно не в курсе, что делает. То есть она может вообще что угодно делать. А дальше мне кажется, что там босс будет. Почему-то. Дотеры, возможно, возможно. Остался только один, да, и чуваки с бочками. Ну, мне бы знать, что вот эта хрень делает. Просто я, по-моему, если в нее стрелять, это ничего не даст. Она может убить? Ну да, это вполне возможно. Вот у этого тоже почему-то стойкость маленькая. Он сразу же начал падать. Ой, фу, в чем я так выхожу? Что-то белое и липкое. Наверное, сопли. О, черт. Да, она и вправду может убить, как первая. Да, использовать быстрее. Ушла ты.
Еще один кусочек сейчас соберем, да? Да, душа надали. И пение перестало. Она петь перестала. Клево, окей, мне нравится. Фух, отлично. Что там дальше? Да, давай, ты вперед. А, душа надали, я читал ее описание, на самом деле, уже недавно. Опс. Залаг был. Я читал недавно ее описание. Это частичка души. Это не вся душа. Чтобы достать... Чтобы вся душа появилась, ну, нужно, в общем, собрать все частички. А! И тогда будет целая душа. Чувак меня пугает. Что? Отличный способ атаковать, бро, но я бы тебе предложил что-нибудь получше. У него, кстати, очень много здоровья. Не слышал пение? Ну, я слышал пение. Я просто с ума схожу, так что это нормально. Чё, тут много трупов. Осколок титанита 5 штук. О, сушеный корень. Мерцающий титанит. 2 штуки, слушайте, офигеть. В этой локации можно реально титанит фармить, мерцающий. Это самая редкая штука в игре, и её надо всегда много. Кто это? Там женщина стоит? По-моему, она мне не рада. Не уверен, но могу предположить. Слушай, знаешь, кто еще может издалека хреначить? Те, у кого есть лук. Блин. Ой, что-то это было мощное. Ё-моё. По-моему, она расстроилась. Она ж могла в меня попасть, сумасшедшая. Ух ты, ёшкин кот. У него реген какой-то огромный. Она не дамажится. Она не дамажится от яда. Что с тобой не так, женщина? Почему ты такая мощная? Почему я играю на контроллере? И мне так неудобно целиться. Мне кажется, она лицом ко мне стоит, хотя я не уверен. Отлично. Я ее все сбил. Ой, я ее убил. Ой, ладно. Ну, наверное, она была злой, да? Стоп, она выжила. Ну, предлагаю тебе сдохнуть. Спасибо. Из нее выпало что-то. А, нет, не выпало. Блин, чуваки. Как-то мне здесь не нравится совершенно. Какие-то негостеприимные все. А, ну супер, конечно. Я мог бы догадаться, что что-то такое будет. Поздно уже бросать, я уже бросил, как мог. Ты слабый был. Я тебя слышал. Третий, да? Давай. С щитом. Воу-воу-воу! С щитом и копьем. Хотя это алебарда, но он использовал ее сейчас как копье. Давай, давай, иди. Че ты? А, ты не можешь. Почему ты у стенки встал, скотина? Мне тебе надо бэкстеп сделать. Ты же за щитом стоишь. У меня последнее кольцо осталось. Последнее. Мой меч, если что, отнимает мои хп, когда я бью. Поэтому мне в PvP всегда трудно, когда мне строят мало хп. То есть у меня очень большой шанс, да, себя убить. Я примерно так каждый раз делаю. А еще одна, да? Не понимаю, она лицом ко мне стоит. Или задничкой. Я так понимаю, она тоже меня может сбросить легко. А, это лицо все-таки. Извини, я твое лицо с задничкой перепутал. Бывает. Или это не она? Если что, прости, бро. Булыжник. Замечательно. На человеческая фигурка. Не совсем булыжник, но ладно, допустим. Что-то давно костра не было. Так, тут вроде больше ничего. Мне, кстати, понравилось в первом DLC, что там костры не на каждом шагу. Там реально надо походить, побродить, поискать их.
Это было клево. Причем они еще не на самом видном месте, ну как в обычном Dark Souls ты просто идешь во втором и натыкаешься на костры просто потому, что ты идешь вперед. Я не желаю с ними. Почему их так много опять? Какого хрена? Так, если я прыгну, я разобьюсь. Я почти уверен. О, я могу его сбросить. Блин, был бы у меня лук драконоборца, или как он там? Тихо, тихо. Надо в башку стрелять, чтобы его шатало. Но я слишком мастер для этого. Ну стой ты. Не, ну ладно, из лука, конечно, их убивать это вообще. Я, конечно, купил 999 стрел, да, и мне хорошо. А, ты не можешь попасть, да? Да как и я. Вот что я хотел. Если в голову стреляешь, то он. То он отпадывает. Пока. А ты так сможешь? Он пошел посмотреть. Давай, иди посмотри, что случилось с твоим другом. Ладно. Пойду-ка я, наверное, наваляю ему. Хватит это терпеть. Я ж могу туда прыгнуть. Правда, я могу разбиться. Так, там еще один. У него оружие зачаровано на тьму, или мне кажется? У тебя оружие зачаровано на тьму? По-моему, да. Блин, наверное, надо стоит все-таки их отстрелить из лука. Ты мог бы не ходить? Спасибо. Я хотя бы его отравлю и потом спущусь. Да, вот у него точно на тьму зачаровано. Ненавижу, блин. Если да вообще у вас хоть что на тьму зачаровано, у врага в смысле, хоть какой-нибудь кинжал или палка, то он вас согреет ей. Еще как. Больше половины хп не будет. Так, я видел тут врага, да. Что так пугаешь-то людей? Скотина такая. Ну, давай, иди сюда. Я так понимаю, он был не последний, кто мог меня напугать. Что-то бэкстеп не прошел. Так, скоро надо будет порошок починки юзать. Пусто. Я не посмотрел, что мне дали. Я просто проскипал почему-то. На. Супер. Так и надо было. Вот отсюда еще один выпрыгнет, да? Когда я к обрыву подойду, да? Ты мне не нравишься. Душа великого героя. Ну, это хрень. Вообще ничего не падает. Не падает. О, стоп. Душа героя. Ну это пока бесполезно довольно. Как бы душ-то мне зачем? Осторожно с... Ну да, спасибо. Вовремя. Но здесь по-любому будет босс. По-любому, да. Тут много трупов. Вот тут я бы хотел кого-нибудь призвать. Я не уверен, что там босс, но... Просто очень давно не было костра. Давайте я сначала здесь осмотрюсь. Так, здесь почему-то знак призыва. Причем знак призыва. Я подумал, что это NPC сначала. А почему так запрятан? Обычно знаки NPC запрятаны только. Грубый камень. А, окей, тут цепь есть. И здесь знак призыва. Чё-то мне это не нравится. Ну ладно, хорошо, вот ты, давай. У тебя он... Ладно. А ты... Ты тоже исчез. Этого можно было призвать, он бы через 5 минут исчез бы. Он маленьким знаком призыва призывался. Ну ладно, давайте сходим, наверное. Я бы не хотел. Мне эти цепи вообще не нравятся. Они реально стрёмные. По ним страшно ходить. Чё? Чё? Чё?
Чё? Где? Я думал сзади. Где? Фак. Страшно. Вон, я вижу, внизу. Нет, это не она. А, вижу. Крыса. Блин, ну... я сейчас объясню, в чем прикол ситуации. У этого NPC щит, чтобы не пробивался, и копье, чтобы отталкивать. То есть он идеально по прямой может бить. Если я побегу назад, он тупо меня заспавнит ударами. И вообще у меня шансов не будет. Не люблю таких, кстати. Не умею с ними драться. Как ты её развернулся? Ладно. Хрена себе! Ладно, что тут у тебя... А, я отрицаю свой страх перед цепями. Только не упасть, только не упасть, только не упасть. Где? Что за хрень? Куда он делся? Блин, ладно, я туда не пойду один. Вы видели, я его бил, он вообще не дамажился. Я подумал, ко мне вторгаются. Мне срочно нужен помощник. Вот туда реально я один не пойду. Тупо не умею с такими драться. Вообще не умею драться с теми, кто бьет по прямой. Люблю драться с большими мечами, с булавами какими-нибудь. С теми, кто бьет, в общем, по оси. А с рапирами, со всякими, с копьями и пиками вообще не умею драться. Все время прыгаю прямо на них, и меня раздирают просто. Ох, братюнь, восславь солнце. Давай, да, поможешь мне. Надо было, на самом деле, из маленького знака призывать. Потому что этот не пропадет. Сюда. Тип. Ага, давай-ка ты! А, он показал, что убить. Его Есть в Dark Souls тролли, я вам скажу. Вы их призываете, они используют какое-нибудь заклинание, которое на вас тоже работает, и сбрасывают вас нафиг. Вот, например, в таких местах это супер удобно. Я уверен, это будет частый троллинг со стороны всех подряд. Давай, пойдем наваляем ему. Где он вообще? Окей. Он исчез? Странно. Я подумал, что когда он за мной побежит, он сбросится. Вниз упадет. Ну что-то как-то нет. Убив вражды две штуки. Хрена ты лайкобосс. У него лаги. Я прям чувствую. Да, если бы он упал, мне бы, во-первых, написали бы, а во-вторых, душ дали бы. Охренеть, как там темно. Проклятие? What the fuck? Я только что умер, можно считать. Да, считайте, что я только что помер. Вот так бесславно. Еще проклятие. За шипца! Здесь все в проклятии. А вон, он реально упал. Как так? Да, давай еще прокляни. Че, мало, да? Мало? Как туда попасть? А, я вижу, как туда попасть. Главное не сдохнуть. Окей. Ага, еще, давай, че, мало ж. Большой лук алайнистского рыцаря. Это что-то интересное, слушайте, я посмотрю. Главное не забыть. Так, иди сюда. Нет, ты должен его убивать. А чё, кто меня выстрелил так сильно? А, походу это его лук. Слушайте, это круто. Нет! И он умер! А, мы такие лохи! Одновременно просто сдохли от одного удара. Нет, там уже не выкрыв, я поменял название. Там теперь Dark Souls. Ты страничку обнови. Привет, Саси. Блин, просто одновременно сдохли под одним и тем же ударом.
Вы просто понимаете, насколько далеко этот костер? Охрененно далеко, я вам скажу. А, так, лук посмотреть. Вот он. Слушайте, клево, но он как бы обычный. Он из обычной игры, насколько я помню. Лучшие годы старый... А, нет, 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 необычный. Лук олимпийского рыцаря. Этот мощный лук стреляет длинными стрелами. Но его тетива натягивается очень долго, оставляя стрелка уязвим. Это просто... Отлично, я как раз и хотел его сделать. В лучшие годы старый железный король любил принимать необычных гостей из дальних земель. Большинство из них были шарлатанами, но попадались и мастера редких ремесел. А, короче, я не могу его использовать еще, да? Нет, могу! О, как клево! Я сейчас покажу, почему это хороший лук. Давай, разрушение. Мне надо найти врага только. Это, в общем, охрененный лук. Он отбрасывает... всех противников на какое-то расстояние. Если противник стоит около обрыва, например, то, ну, вы сами понимаете, чем это грозит. Почему эта хрень не работает? Так, я просто не очень помню уже, куда я там ходил. Ой, нет, опять. Слава богу. Если я сдох... Ну, мне уже нечего терять, кроме душ. Так, ну-ка давай, неудачник. Почему он взорвался? Ладно, это было странно. В общем, не знаю, на ком нормально показать. Ой, нет, мне надо тут отойти, да? А я могу как-нибудь избежать этого дерьма? Я, может, PvP покажу. Это самый отвратительный лук для PvP. Ненавижу людей, которые с ним ходят. Просто мрази, бездушные люди. У него очень хорошее наведение. Видите? Я могу просто кружиться с ним. И неважно, что ваш противник делает, вы все равно попадете по нему. Короче, полный отстой. Отличный лук. О, вот ты-то мне и нужен был. Окей, даже так. Ну, вот, я думаю, вы поняли. Если бы у меня был бы здесь враг, ему бы не построилось. Он бы туда бы и упал. Я так понимаю, мне ниже никак не спуститься. А если и спуститься, то я, скорее всего, сдохну. То есть мне только одна дорога туда. Знаете, я, наверное, пробегу локацию, потому что заново я не готов к этим мучениям. А вместо этого кольца я поставлю кольцо кошки. Ну, потому что я все равно уже сдохну, и я знаю, и терять-то мне особо тоже нечего. Кроме душ. Я забыл снять кольцо. Я забыл снять слуг. У меня слишком много хп, чтобы я умер. Вообще-то нет. Ать, хрен тебе. А так вот боссы проходят игру. Нет, не так. Ну это было очевидно. Ладно, я сейчас пойду кольца починю и попробую кого-нибудь призвать на помощь, пройти нормально. Потому что мой план с побегом просто через них, он явно не удастся. Так как слишком много народу мне будет на пути вставать. Там же лестница еще впереди, по которой надо спуститься. Это мне очевидно не удастся. Так, хорошо. Вообще ничего хорошего, это довольно сложно. Но это как бы норм, норм. Так, ну ладно, придется душу жрать. Чтоб чиниться, сообщение. Спасибо. Так, человечность. И чё посожрать-то? Чё мне не нужно? Драконий всадник не нужен. Да-да-да. Драконоборец тоже не нужен. Зачем он мне? И последний... А, нет, хватит уже. По-моему. Так. Давай починим. Отлично. Я прям не знаю. Может, какую-нибудь броню получше найти. Ну, я как бы просто реально в слабых шмотках хожу. Они хоть и прокачаны, но... Вот это, например, две шмотки, они... Ну, хотя нет, они защищают. Но, как сказать-то, они как четыре тряпки на тебе.
Вот так. Вот это хорошая броня, и вот это хорошая броня. Две. Ну, это, конечно, неплохая, но она довольно слабая. А, нет, кстати, вот это тоже хорошая, на самом деле. Но она очень тяжелая. Ее тупо сложно носить. А, ну вот я ее сейчас прокачаю. Она мне ничего не даст, но я хотел в ней всегда быть прокачанным. Так, да, усилить. Ой, как много шмоток. Кстати, вот корона из первого DLC. Я надеюсь, мы сегодня найдем и вторую корону. Или что там будет вообще? Я так понимаю, что корона будет, да? О, вот так локация выглядит. О, я уже два костра нашел. Кстати, я вот не помню, я в первой локации все посмотрел? Или я что-то не заходил там где-то? Ладно, если что, потом пройдусь. Я что-то как-то там много путей нашел каких-то и не очень помню, куда я вообще пошел. Ну так это хорошо, это вот реально хорошо. Локация запутанная, это... И многосторонняя, это очень круто. Всегда. Ладно, я уже не вижу людей, с которыми я мог бы куда-то пойти. И чё? Где мое кольцо? Так. Вообще никого нету. Это плохо. Это реально плохо. Кстати, я же мог... Ой. Так, залак, да, видел. Я же могу их всех скинуть. Зачем мне их убивать вообще? В этом же нет смысла. А вот скинуть, чтобы они там все подорвали. В этом больше смысла. Так, ребятки. На выход, на выход, на выход. Все пошли, 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 пошли. Десантура просто. Вообще, обожаю их. Клевые чуваки. Давай, ты тоже. Пошел, пошел, пошел. Ну, чё ты? Не такой умный, как все. Давай. Спасибо. А, я так понимаю, что он с первого удара убьет большого этого чувака. Если найдет его, конечно. Ну это, в общем, если кто не понял, это полые, которые, видимо, здесь в качестве рабов используются. Полые, они лишены разума. Они делают то, чего они делали до этого, как бы. А Железный Король, по логике вещей, использовал полых, ну да, в качестве рабов. Я случайно это сделал. Так что нет. А, он отлично, он сейчас как раз подойдет и все рванет. Нет? Ну ладно. Будем считать, что это мой план. Вот, он использовал... Ну, он вообще как бы подтирался просто полами, вообще любыми. И, видимо, они пока здесь работали, они запомнили вот ношение бочек. Они это и делают. Вот другие полы, например, там запомнили, как держать оружие в руках. И это делают. Да, давай! Ты близко! Сможешь! Покажи класс! Черт! Надо, чтобы у тебя бомбануло. Бро, я в тебя верю. Не. Хотя... Я могу и сам это сделать. Вот если он не отойдет никуда далеко. Ой, они все тут. Ну ладно, отлично. И ушли сразу же. Хрен попадешь еще. Да, и все разошлись. Только бочки здесь остались. Одни бочки взрывать как-то жалко. Чувак, сколько урона? Давай, скажи мне. Ну, круто. Ну давай, иди сюда. Да я тоже не уверен, что я смогу это сделать. Но как бы если я по-умному все это сделаю, то есть взорву всех, то тогда смогу. Скотина, куда ушел? Ты же мог. Подставил меня, подставил. Мне интересно, если на них лава польется, они умрут? На обычных врагов. О, что? Окей. Блин, его не задело. Разумеется. Пульни в пятку. Ну давай пробую. Сколько урона вообще будет? Есть ли в этом смысл? Ага, он прочуял. Блин, это не так просто.
Нет, особо смысла нету. Стрелы дороже стоят. Я попал. Не надо мне тут. Ну что делать? Так, мне надо перестать бояться этого чувака. Я сейчас вот волнуюсь, я знаю, что он меня может огреть. Мне нельзя думать, что он меня может огреть. Все боссы на одной вере проходятся, это всегда так. Ну все, сучка, пришло твое время. Я передумал. Где здесь выход? Нет, серьезно, где выход? Ладно, это была плохая идея. Блин. Не знаю, мне срочно нужен помощник. Я без помощника хрен справлюсь. Где же было столько народу? Куда все делись? Да, и все-таки у меня серьезный перегруз. У меня просто снаряжение подобрано очень идеально, прям вообще. Ого. А вы давно здесь? Подобрано идеально, поэтому... Мне игру будет тебе помощник. Купи себе игру, будет мне помощник. Ты знаешь, сколько она стоит? Мне кажется, ли тут пройти можно? Тут стена какая-то не такая. Чё? Или нельзя? Что-то с ней не так. Если я взорву. А, в этом нет смысла, она же тут как бы обход просто. Ну, игра нужна тебе. Я тоже так могу. Тут что? Эх, не нравится мне это. Блин, должен быть способ куда-то по-умному. Ну, я вон вижу там знак. Ладно. Джеронимо. Отлично, давай. Помоги мне. Это маленький знак призыва, то есть он призовется на какие-то там минуты. И исчезнет. Здорово. Привет, вообще, мужик. Бой. Окей. Пшел давай, чё ты кланяешься? Вот бесят такие люди. Они знают, что у них срок определенный. Сдуй уже. Что он делает? Хрен ли ты делаешь? Наркоман, что ли? Я как бы... Да. Ублюдок. Вообще. Чувак, козел. Он знает, что он здесь на определенное время, и после того, как он исчезнет, ему дадут человечность и еще ништяков. И он здесь просто бегает и смотрит. Он не хочет воевать. Ненавижу таких козлов. Шел давай. Куда-нибудь. Пусть мне покажи хотя бы. Ой, вот дурак. Ну ладно. Может, он его уделает? Но он как-то смело попёр. Да, луки самонаводящиеся просто. Хрен ли ты не атакуешь-то его? А он из лука его атакует! Ты наркоман, что ли? Где мой лук, блин, быстрее обычный? Тут вот еще есть? Да, он как бы сильный, реально. У него очень много жизней. Толкай его. Ну да, можно было.
Я говорю, есть специальные предметы, заклинания, которые позволяют толкать, выталкивать других игроков, даже если они дружественные. Всем плевать. О, мои души. А я забыл про них. О, как много электричества! Где чувак? Где чувак? Куда он делся? Или он вперед пошел? Я что-то не обратил внимания как-то. То есть я его кинул сейчас, да? Я никому не буду покупать игру, чуваки. Нет. Не сегодня. И не завтра. Если что. Плохо дело, в общем. Я здесь не понимаю, как можно без напарника реально пройти. Тут как будто все заточено под кооператив, потому что врагов столько, чтобы ровно, чтобы их убить в коопе. Ну и я как бы не заставляю, я имел в виду, у кого есть игра. Вообще ничего не имел в виду, а что вы представляете? Ладно, я хочу туда прыгнуть, наверное. Или нет? Да быстрее иди разбирайся, ты сейчас исчезнешь, я аж знаю. Фак. А, кстати, я забыл, то там по-любому костер. Спорим, там костер? Спорим, костер? А, не. Вообще какая-то жесть. Чё тут? Пока. Так, что это? Слишком много. Нах вас. Просто пошли вы. Я сюда не пошел, потому что думал, что здесь босс. Я боялся. А тут костер. А я пошел мимо. Потому что я умный. Какой смысл в этом был-то вообще? Заперто. Так, здесь какой-то пульт или что-то такое, я не знаю. Расплавленный железный скипетр. Ага, это дверь, ну, или какой-то механизм. Да, то бы тебе пришлось гудлайку Dark Souls покупать. У меня тоже есть, мне не нужен. Кварцевое кольцо мага 3. Ох ты! Стоп, это же крутое кольцо. Кольцо тьмы мага. Во втором DLC было такое кольцо, но вот оно было 2. А тут аж 3. Ну, это круто. Я так понимаю, тут больше ничего нету. Тут просто как бы локация и все. Я думаю, в НГ плюс. Ох, черт, напугали. В НГ плюс тут много чего есть. В смысле, народу, который пытается вас отметить. Тут реально ничего нету. Что там такое интересно? Там по-любому лифт какой-то будет, когда я запущу. Ну хорошо, хорошо, это круто. Мне прям не терпится посмотреть. Я сюда не пошел не потому, что я цикун, кстати, а потому, что я благоразумный. Я решил, что стоит сначала осмотреться. Я не виноват, что меня там нагрели. По полной. Камень магии. Это хрень. Так, тут какой-то рычаг. Кто попасть? Тут нельзя. Ха, окей, интересно. Наверняка какие-нибудь ловушки отключает. Тут слишком много вот этих чанов. Тут по-любому меня сейчас огнем будут убивать. О, господи. Или это была ловушка? Серьезно? Меня поливали водой, чтобы потом электричеством бить? Это как-то бесчестно, по-моему. Ой, фак. Ну, как бы я знаю, что делать. Надо вот этого огромного подсока. Что там бомбануло? Надо огромного подсока вывести сюда. Чтобы он здесь все бомбанул своей лавой. И будет ему счастье. Только, правда, он вообще все бомбанет. Вместе со мной, скорее всего. Я явно не успею ничего сделать. Я, конечно, могу сейчас на самом деле, знаете, что сделать? Я могу использовать заклинание.
Ты можешь решетку пробить, нет? Вот скотина, он прямо здесь стоит. В смысле, вот это весь коридор, я его пройду и найду вот угадайте кого. Спасибо, игра. Я не понимаю, мне реально через огонь надо идти? Может, получить толчок, кстати, действуй. Я очень не хотел действовать. Ага, и я с ним в конце еще один на один буду драться. Сдохни. Мне совсем перспективы не нравятся, которые мне светят. Surprise, motherfucker. Ну да, тут как бы видно. Только у меня бомб нету. А если я ударю? Интересненько. Хорошо. А если я такой бомбы попробую обычной? Урна порчи. Наверное, не получится. У меня с бомбами напряг. Что за хрень? Я понял. Я понял. Это какой на стене были странные. Да вроде обычные. Я понял, что здесь надо делать. О, блин. О, я тебя не заметил. Чё? По-любому из него падает кольцо, которое я видел. Сейчас все игроки начали носить одно и то же кольцо, которое при прыжке, при перекате делает вас невидимыми. Вы вообще урона не получаете. Ты чё так резко-то? Блин. Что-то подгадать не могу никак. О, что? The fuck? Смотрите. Охренеть. Охренеть. Охренеть просто. Стоп. Ну, там, наверное, с другой стороны, да? Нет! Охренеть! Просто... блин. Ладно. В общем, чтобы эту штуку... открыть, мне нужно... привести сюда великана, и чтобы он сделал это за меня. То, стоп, так я могу просто сжечь все? В смысле? Если это с двух сторон работает. Привет еще раз. Ладно, тебе явно не хватило, да? Ну, сразу никак. А если враги стреляют, то ничего не происходит. И, видимо, если они бить будут, то тоже ничего не произойдет. Ты, может, сдохнешь? Ладно, я тебя так добью. Ты что-то какая-то безумная просто. Пугаешь меня. Просто я выйду, и там по-любому еще великанчик на меня выскочит. Еще одна. Пфф. Откуда? Я вроде убил ее. Блинский. Что? Окей. Я увидел, что фантом насквозь через решетку прошел. Я как-то удивился. Блин, так это получается, они теперь будут в огонь ходить. Понимаете, да, в чем прикол? Они же теперь смогут сюда зайти. Но я понимаю смысл, на самом деле. Тут как бы вообще очень крутая локация. Тут столько всего разного можно сделать. Реально думал, что ты сможешь зачаровать оружие. Наивное. Ладно, у меня, в общем, сейчас такой план. Умереть. Перчатки дымовой колдуньи. Ух ты. Ну вот, видите, дымовая. Все в дым превращаются, когда перекатываются. Бочка с порохом надо. Тут их и так много. Не надо. Так. Больше точно не надо. Ведьмака. Дымовой колдуньи. Перчатки дымовой колдуньи. Когда старый железный король утонул в лаве, сюда отправились множественные старатели, чтобы добывать золото из богатых залежей. Столкнувшись с порождением мрака, они
познали ужас, а вскоре и сами стали служителями черного тумана, за исключением наиболее стойких. А, да, я забыл сказать. Это DLC повествует о том, что стало причиной падения Железного замка и короля. Почему он утонул? Ну, в принципе, если я его поведу за собой, ну, не знаю, у меня, по-моему, будет много шансов выжить. На самом деле нет. Ну, иди. Ай, сюда. Шнелли. Ну да, это была глупая идея. Он такой просто... No! Ушел. Ну, иди сюда. Оу-воу-воу, я ж пошутил. Ты идешь? О, он идет. О, клево, мне нравится. Ладно, давай, я знаю, что ты сможешь. Ты промазал. Ты снова промазал, ты должен дубиной ударить по-любому. А-а-а, тупица. А-а-а, лава. Что за враг ты такой? Ты чё? The fuck? Ладно, я может что-то путаю. А, я понял. Мне нужно бочкой взорвать. Мне нужно подвести сюда чувака с бочкой и взорвать. Так, ну ты давай там, развлекайся. Блин, я боюсь, я сейчас все взорву. Ты сдохни! Уйди от меня! О, он же должен был сдохнуть. Так, только не говорите мне, что он может забираться. Читер! Давай, иди сюда. Блин, он здесь все бомбанет. Просто все бомбанет. Я могу быстро, пока он здесь тусит, сбегать и открыть решетку. Посидеть у костра, и тогда он снова будет появляться, но будет сразу идти в толпу бочек и взрываться там. Я гений. Так. Стоп, там что-нибудь было? Да, тут что-то было. Ах ты, там проход какой-то. О, что-то он быстро. Фу, ну нафиг такие локации. Ну это клево. Как бы то ни было. Кратчайший путь впереди. Спасибо, братюня. Люблю такие подсказки. Ошеломление. Вообще ошеломился просто. Даже ходить сложно. Да, вот помните, я говорил, что я решетку подниму? Вот этим. Или ловушки отключу. Вот, я был прав. Сушеный корень. Фу, блин, ну это прям клево. Бодрит. Быстрый путь к костру. Так, где костер-то был? Тут, по-моему. Да. Так, ребят, давайте маленький перерыв на полминуты. Я пойду кошака покормлю и вернусь. Вот.
Да, кошатина это святое, так что. Тем более она опять начнет орать у меня, если я не сделаю этого. У меня особо и выбора-то нету. Хорошо, я хочу убить этого гиганта, потому что я боюсь, из него выпадет что-то хорошее. Вот. Поэтому это может того стоить. Кстати, скажите мне, у вас игру нормально слышно или сделать погромче? Вообще должно быть нормально, но... Так, нет, это короткий путь. Короткий путь для слабаков. Нет, стой, не уходи, погоди. Блин, нет, все-таки я правильно пошел. Тут все такое одинаковое, что ли? Окей. Так. Странно, вазы не заспавнили заново. Ну, давай, иди сюда, что ли. Бушкин кот. О! Чего-то я ожидал немножко другого. А ты сюда тоже пойдешь? Вот, вали, правильно. Отлично. О, много урона, кстати. Еще разок давай. Блин. Так, он вроде по очереди делает, да? Сначала в одну сторону пускает лаву, потом в другую. Да. Окей. Значит, ты сейчас должен быстро сюда подойти. Молодец. Ну, вообще-то нет. Ты не то, что я хотел, сделал. Ну, хрен с тобой. Так, круто. Вы тоже респаунитесь, да? Я, в принципе, ж могу закрыть все эти локации. А, нет, не могу. А, кстати, жалко. Я бы все бы здесь позакрывал. У меня как бы быстрый путь есть, и все. И норм. Больше ничего не нужно. Слева впереди, короче, костер. Ну да, супер. Ослабь солнце. Это особо и солнца-то нету. Оно вообще-то есть. Ну ладно, раз попросил. О, я там не был. Что? А где это вообще? Я что-то не понял. А как туда добраться? Я там точно не был, и я этой локации как-то не видел. Как я пропустил-то? Странно, я не вижу туда дороги просто. Ну там-то точно босс. Я знаю. Там какая-то лава, по-моему. Ну, знаков призыва здесь нету, и что-то никто ничего не пишет. Ну, да, видимо, нет, не босс. Видение сундук. Там где-то сундук? Или он про эти сундуки большие? Ой. То есть я еще сюда вернусь, я так понимаю. Так, тебя можно зажечь. Да, тебя явно можно зажечь. Хрена себе. Три удара. Это много. Это очень много. Они реально мощные. О, давайте посмотрим, как они на тьму реагируют. Это из-за того, что у меня оружие темное. Офигеть, они вообще у них реген к тьме именно. А ты какой-то... Что за хрень, почему он... Ладно. Я испугался, что он сейчас взорвется. Давайте зажжем. Зажжем тут. Пау! Хорошо, что он не взорвал... Вась? А чё она зажгла-то все? О, окей, я еще урон получаю. Зашибись. Чё-то я не понял приколы. Я теперь не могу подойти к ней, чтобы зажечь другой свет. Чтобы факел зажечь. Этих ребят тоже ничего им не сделает то, что там я свет зажег. Блин, да чё он? Чё он пугает-то меня? Какого хрена он это делает? Урона вроде не нанес, но страшно. Да, спасибо.
И мне еще что-то кажется, что я, если я сзади подойду, то ничего хорошего не будет. Блин, я мог бы их сильнее атаковать, но мне нельзя факел потушить. Иначе придется еще одну бабочку юзать. Да, я же отпрыгнул. Так неудобно в одной руке держать оружие. Отлично. Что у вас много было? Так, отпрыгиваем. Отлично. Последнее. То есть я зря сюда шел? Там просто путь вниз? На эти сундуки или... Нет, там лестница какая-то. Окаменевшая кость дракона, две штуки. Ну, я не пользуюсь таким оружием. Ладно, неплохо вообще-то. Тоже редкая штука. Чего ты умер? Быстрый клинок. За шипца. Именно тебя мне не хватало. Ты здесь? О, видели? Тоже чувак с факелом. Нет, он явно там. Впереди. Не есть, это хорошо. Так, там туман какой-то. Ага, ясно. Ты тут? The fuck? А, две чаши, три чаши. И просто чувак. Ну чё, ты имеем его? Спасибо за плюс вообще. Ладно, я... В общем, использую все, что у меня есть. Этого засранца. Ух, что-то как-то я боюсь. Не по себе мне что-то. Слышь, ты быстрый клинок. О, у него тоже отличный реген. Он не толкается. Ага, супер, он тоже зачаровался. Это плохо, если что. Ничего не супер. Даже так. Окей, со второго удара. Ух, какое-то не до ПВП. Лечусь тут, блин. Я что-то подумал, что он меня сейчас нагреет. Так, я использовал все, что смог. Ловушка. Так, я думаю, здесь неспроста, а свет можно зажечь. Я уверен, что если я это сделаю, я чего-нибудь могу и избежать. Всегда лучше сделать что-то, чем не сделать. Ну, почти всегда. Оставь пеку. Поздно же, поздно. Ой, а там вообще обрыв. Что-то я его не видел. Какие-то трубы. А, ладно, давайте почитаем надписи. Здесь. Вот тролль какой-нибудь, да? Ну, конечно. Стоило ожидать. А, вообще, ладно, нормально. Вот же срань! Они горят, но дамаг не наносится. Они, получается, знаете какие? Они, получается, в маслом облитые. Но при этом... То есть, зря я зажег. Я все, беру свои слова обратно. Заткните меня, заткните. Вернитесь в прошлое. И ты тоже, да? То есть, если они горят, они умирают, но при этом поджигают все, что рядом. Маслом облитый, да, как в том самом фильме. Заткнись. Хоть орать тут, разорался. Окей, а здесь... Вот, гад, просто! Помните, здесь именно... А, нет, не здесь. Слушайте, я бы хотел сказать, что именно здесь была надпись «Ловушка», а здесь как раз ничего не было. А вот здесь была надпись «Ловушка».
ничего не вижу. Вон. А-а-а. Окей, я тебя не заметил. Ну да, он, ладно, не соврал. Нет, никто тебе не даст зачароваться. Что-то подозрительно. Да, подозрительно. Ладно, ты заслужил. Да блин, хватит. Молодца. Мерцающий титань, две штуки. Воспоминания, новые заклинания. Не было у меня раньше. Я заклинаниями не пользуюсь, если что, поэтому я и особо буду сейчас долго искать, наверное, потому что я не в курсе, как он выглядит даже. А, я уже, по-моему, вижу. Да, и новое я сразу увидел. Так, хорошо, это порча. Порча, созданная детьми тьмы, выпускает множество сфер тьмы, которые сами находят в себе цель. Это просто... Вот, запомните мои слова. То, что самое будет используемое в PvP в ближайшее время. Я, кстати, потом, наверное, после стрима попробую использовать. А, да я прямо сейчас могу, у меня хватает статов. В древнее время существовали порчи, дававшие некоторую власть над тьмой. Похоже, что дети тьмы еще помнят создателей этих заклинаний. А, что такое дети тьмы? Кто это вообще? Какие-то новые враги? Или они здесь будут тусить? Ладно, тут была лестница, насколько я помню. Ну, это интересно. Я потом, да, в общем, посмотрю заклинания, которые я найду. Если что, я подкачаюсь под заклинание. Ну, то есть, статы поменяю, чтобы под заклинание попасть нормально. Смочь юзать. Ну и также, если вещи какие-то найдем, тоже посмотрим. Испорчу себе свои идеальные статы, чтобы показать вам, пойду на эти жертвы. Тут много трупов, я скажу вам. А там много огня что-то. Тут явно ключ. Ага, я понял, что сейчас будет. Они все загорятся от этой хрени. Или не все. Ой, чё они все сдохли-то? А, не все. Хрена себе, они шустрые стали. А чё они так забегали-то? Блин, с первого удара просто вынес меня. Все хп. Жесть. Ой, ребята, это будет сложно. Но я так и думал, что кто-то взорвется, они все загорятся. Интересно, если бы я его бы не атаковал, они бы не обратили внимания? Ну, скорее всего, нет, вряд ли. Меня одно радует, что это не так далеко было. Ты как будешь бегать? Ну... Да, я понял, окей. Ну, я думаю, да, быстро. Скорее всего. Не промерял. Так. Махну кольцо. О, черт, опять два кольца сломал. Когда я успеваю? Вроде так хорошо играю. Так. Аккуратно. Аккуратно. Я тогда попробую пробежать врагов. То есть я совершенно зря залил масло. Это вообще мне не поможет. Это сделает все только хуже. О, черт! О, я жив! Я жив! Жив! Как так получилось-то вообще? А, блин. И тут ничего нету? А, нет, тут что-то есть. Жив! Чё-то ты не атакуешься, братин. Так. Сушёный ко... Серьёзно? Это все, что вы могли мне дать? Тут нет никаких дверей секретных, нет? Вообще ничего? Это бесполезненько. Да, они не очень для моего оружия, к сожалению. Корешки да корешки. А, так, где была дверь? По-моему, здесь. Ладно, сейчас один чувак взорвется, а второй... Загорится и побежит на меня.
Ну, радует хотя бы, что они немножко дамага получают при взрыве тоже. Я так понял, их можно как-то активизировать, чтобы, ну, пробежаться мимо них, чтобы они все взорвались. Да, я тоже сейчас подумал о дубине, но дубина гораздо слабее моего оружия. Я вот думал ее раскачать, но у меня, скорее всего, статов не хватит. Ну чё, если я не буду их атаковать? Будет плохо. Уязвимость бег. А, черт, как же страшно. От чего ты умер? Давай. С факелом пошел сюда. Но это, мне кажется, зря. Мне просто интересно, вот если я заберу ту штуку, которая у них посередине, они на меня, наверное, сразу все побегут. Даже если они сейчас на меня не побегут, когда я буду к ней идти. Может, мне лучше сначала туда пройти? У меня по-любому есть какое-то кольцо для бесшумности. Ответный выпад. Блин, в первой части точно было. Я вот не помню, здесь есть или нет. А, снижает нагрузку. Кстати, крутая штука. Из первого DLC. Я не уверен. Она просто горит, поэтому хрен знает, могу ли я ее забрать. Чё? Чё случилось? Ребят, я же няшкой был. Лифт! 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 Осторожно, враг! Кэп! Лифт! Черт, они идут! Они идут! Один даже горит! Нет, хрен тебе! Ты шутишь! Быстрее наверх! Откуда этот лифт вообще? Я же даже не знаю. Отлично, мы с тобой вместе остались. А, нет, там еще один. Я сделаю все, что смогу, чтобы выжить. Ублюдки. Этот меня еще и поджигает. А, нет, нет, только не вниз. Только не вниз. Нет, нет. Блин, они же все там сидят. Обратно, обратно, обратный ход, обратный ход. Нет, он забежал, что делать-то, он взорвется. Окей, я жив, я жив, я жив, спокойно. Все путем, все по плану, я так и рассчитывал. Это был мой план. Так, где мы? Я где-то наверху. Ну, я планировал так сделать, так что ничего особенного. Что там? А, я так и думал. Ящики. Я же говорил, что мы сюда еще вернемся. Фу, блин, я сейчас просто, я не знаю, в поту, по пояс. Ух, блин, это ужас какой-то. Да, я говорил, у меня был точный расчет. Все было по плану. Окей. О, блин, эта штука. Она же, нет? Я думал, она будет кататься как-то. Ну хорошо. Да, расплавленный скипетр. Железный. Использовать. Как я его взял-то вообще? В кармане нес еще. Ужас. Я поджег какую-то печь, видимо. Или механизм, работающий на пламени. И лифты! Ого. А меня кто-нибудь... Я мог бы вообще-то прыгнуть на любой. Ой, они ездят. Давайте сначала посмотрим, что внизу. Хотя нет, давайте лучше сначала, что наверху. Наверх как-то всегда безопаснее, наверное. А, да, что тут? Заперто тут.
Фак за реализм. А чё, чё не так? Я чё-то... А, ты про этот, я понял. В кармане то, что... Снизу не упадёшь. Ну, логично. Хотя не факт. Это Dark Souls. Ага, спасибо. Я надеюсь, что я сверху не сгорю. Потому что что-то возможно. А, я понял. Отлично, у нас теперь быстрый путь есть. Прямо сюда. Хорошо. Вот мы узнали, что наверху. Мне это нравится. Почти штат костра. Ну тогда у нас небольшой выбор, на самом деле. Вот там какая-то жесть. А, видимо, моя остановка. Заперта. Ну, первая дверь сразу заперта. Там еще ниже можно. Но что-то я как-то нет. Я пас. Сначала посмотрим, что здесь есть. Там вроде ничего вообще нету. Сильный враг впереди, и тогда может помочь дальний бой. Это у меня есть. Ага, я уже вижу. Ну давай, иди в бок. Не так быстро! Окей, что, почему не взорвался? А ты почему... Ай, ладно, странно это, в общем, все. Не знаю, на что ты рассчитываешь. Но у тебя не получится. О, я дошел до сюда. Блин, я так и думал, что какая-нибудь хрень придет. А, стоп, вот, нет, он же здесь пройдет, да? Нет? То есть я реально могу его из лука убить. Спрятался. Хорошо, я его отравлю хотя бы. Будет забавно, если он там не один такой красивый. Что-то как-то он страшно сюда идет. Да блин! Ты чё? Там снизу босс будет, наверное. Да, мне тоже кажется, что босс. Причем, заметили, ни одного босса пока не было. Вообще ни одного. Братюня. Офигеть, у них по 3000 хп где-то, прикиньте. Это просто это... Гребаный неудачник. Это очень много. Он, по-моему, из подмышки взорвал струей чувака. Не расстраивался за чистых смертей. Ну, я тебе скажу так, я в первом DLC прошел... Ну, я первое DLC прошел за 30 минут. У меня реально, можешь в статистике посмотреть. А, нет. Ну, в общем, я купил DLC, ну, Season Pass, и где-то через 30 минут выложил скриншот того, как я уже в короне ставил. Убив всех боссов, вообще всех. Вот, поэтому в первом они были не такие сложные, но их было много. Там три, я насколько помню, было места с боссами. Какой-то уворотливый. Мне интересно, он прыгнет? Вообще должен, по идее. Может, и не должен, но я ему помог. Два раза промазал. Что? По кому? О чем ты? Еще не знаю. А я знал, что еще один будет, я же говорил. Будет забавно, если вот этот не будет останавливаться. И пойдет за мной. Я почему-то... Почему-то думаю, что так вообще может быть. Кстати, я могу их из лука? Да, могу. Не знаю, как это может мне пригодиться, но в любом случае. Ой, у него булава! О, у тех-то дубинки какие-то были. Что за хрень? Кровотечение еще вызывает. Вот ваш босс. В смысле, я про себя, конечно. У него урона дополнительного до башку даже нету. По-моему, у него и башки-то нету. Чувак, хватит. Ты меня реально пугаешь. Блин, это на самом деле позор на мою голову, то, что я кого-то убиваю из лука, я луками вообще не пользовался.
Но там только вот в первом DLC, когда надо было дорожки ставить. Ну там, кто проходил, тот знает. Ну вот. Я как-то из лука не привык. Тут здесь какие-то боссы безумные. Ой, боссы. Это даже не боссы. А то мне еще обидней. Ну, надо будет к ним привыкнуть, я уверен, я их буду и так мочить. У этого, по-моему, из двух подмышек пар идет, или мне кажется. Из тебя тоже ничего не выпало. Блин, это бесполезно. Я подумал, что сейчас что-то хорошее реально будет. Да блинский! Да, чувак реально правильно писал про бой издалека. Про сильного противника. Я, блин, просто... Ой-ой-ой-ой-ой. Только вот давай ты не будешь тем последним, который меня прикончит. Ну да, на самом деле, в обычном Dark Souls, не в DLC, есть локация, где два гиганта сидят. Ну и там их надо, в общем, убить, если хочешь убить всех боссов. Так вот. Блин. Они тоже такие жесткие, но их, в принципе, можно вынести, хотя там есть одна атака, которая багованная от у Титана. Ой, у Титана, у этого. У гиганта. Она реально багованная. Вот типа такой атаки, только она обычно третий идет. Третий удар на нее. И она, в общем, тебя достает вообще где бы ты ни был. Просто неважно. Если он бьет вперед и вообще даже рядом с тобой не попал своей атакой, пофиг. Если ты сзади даже него стоишь. Чего у него с ногами? Он все равно тебя заденет в любом случае. Ты идешь за мной? Мне кажется, я его сейчас туда выведу. Но он сдохнет скорее. Быстрее. Но я бы мог. Из тебя тоже ничего не выпало. Ну блин. Вот, так в общем в этой зоне с гигантами, если ты их всех убьешь, то тебе дадут крутой ключ. Который много чего тебе потом даст. Я думал, здесь так же будет. А тут как-то нет. Ключ от башни. Ого. Я не почитал про скипетр. Вот я дундук. Я забыл совершенно. Который огненный-то был. Я что-то как-то переволновался. Ключ от башни. Отпирает дверь в мглистую башню. Ключ, отпирающий дверь в мглистую башню. Раньше это была... Раньше эта башня снабжала королевство железом, запасы которого оказались неисчерпаемыми. Король построил из него железное войско. Ну, вот, видимо, это те ребята, которых я сейчас убивал. И железный же замок. Железный же. Же. Легенда гласит, что он пытался выковать даже железного дракона. Наркоман. Вообще. Я тоже пытался, у меня не вышло. Показывай картинку, что? Какую картинку? Картинка на Гудгейме по умолчанию нет задержки. Кстати, на Гудгейме по умолчанию нет задержки. Ну там задержка всегда есть, какая-то маленькая. А, прочти, я понял. Ну, я говорю, задержка всегда есть. А, чё? Обломок титанита максимум? Быть такого не может. Задержка, в общем, есть всегда, но как бы она просто разная. От, там, 5 секунд до, я не знаю. Ну, на тысяче я не знаю сколько. Ой, у меня 99 обломков титанита, ни хрена себе. Ну, это я в Ковенанте звонарей побеседовал там с людьми. Там за каждый бой дают по одному кусочку. И это я еще столько оружия прокачал. То есть это я убил где-то 100 с чем-то человек? Лол. Так. Я думаю, я могу туда пройти теперь, да? Получается. Он все-таки не бесполезно. Да, я так и думал. Я думал, вообще толку не будет. Секретных стен нету. Призрачных. А зачем? Я бы мог сюда просто на лифте приехать.
Сумеречная трава. Ну, это как-то вообще бесполезно, не знаю. А, я вижу, я понял. Но только зачем? Или этот лифт не ездит выше? Там суровые ребята. А, да, он такой до сюда. Ладно, я понял, я понял. Но я бы вроде мог бы из того лифта. Но, видимо, нет. Мне, кстати, казалось, что на Твиче больше задержка как раз, да. Ну, там вообще огромная. Железный проход. О, то, что я люблю. Нет, в смысле, не железный проход я люблю костер. Прям сейчас Майнкрафт будет. Что-то тут как-то уже лавой попахивает. А, вот, помните, я говорил, что будут такие штуки. Вот эти штуки. Здесь игроки, у которых нету DLC, могут призываться на помощь людям, у которых есть DLC, и смотреть на DLC, собственно. Давайте я попризываю кого-нибудь. Вообще-то их знаки, по-моему, тут должны оставляться. Ну ладно. Пропал. Но я не знаю, призывать кого-нибудь или нет, или лучше самому сначала посмотреть. Как-то я не очень хочу с людьми бегать. Не смей. Возможно, и правду не стоит. Знаете, когда вам пишут «не смей», иногда стоит прислушаться. Всего один ништяк, куча врагов. Я даже не знаю, что это. Короче, я так понимаю, что если открою, то откроются все решетки. Я получу что-то. И просто бесконечное множество врагов. Поэтому, возможно, и вправду не стоит. То есть, я думаю, я это открою, но не сейчас. Когда я пройду босса скорее. Потому что пока это будет напряжно. Ну что? Посмотрим, что тут. Можно было бы, конечно, кого-то одного призвать. Для равного боя, ну ладно. Заколбасили его. А я тоже так умею. Ой, вот ты как-то лучше. Что ж ты какой-то уворотливый прям. Привет, Слипман. Там сильно задержка. Ну да. Что я бы сказал, что пора садиться на белого друга и читать. Ну давай, ладно, я понял тебя. Удачи. Удачи посидеть на белом друге. Как-то нет, странно звучит, да? Как сюда попасть? А что-то не вижу способа залезть. Что такое-то? Как бы убить-то я ее смогу из лука. А вот залезть. А, проход. По-моему, это проход, который из-за решетки открывается. Да, я не уверен. Блин, тут много путей вниз. Ты меня напугал. Поздравляю. Тут много путей вниз, с помощью которых я не смогу вернуться назад. Осторожно, засада. Ну да, я, наверное, заметил. Раз уж я все равно здесь. Тут они не реагирующие на меня. Ах ты срань. А, я его видел. Ой, плохо дело. Я убил сам себя! Я же говорил, что мое оружие убивает меня потихонечку. Ну вот, я забыл об этом. Эх, весело мы поиграем в F3. Как я тебя раздавил. Не помню. Слабики, ну, в F3 не поиграть. Бедняга. Не помню. Ну, помню, как играл Battlefield 3, но не помню, чтобы ты меня давил. О, отлично, кто-то без DLC. Блин. Ладно, давайте призовем кого угодно. Вот этот чувак меня пугает, так что давайте. Ну ладно, кто-нибудь другой. Я просто... Лори Стальная Воля. Она похожа на ту, что была... А, значит, это тоже, да? Да, Странствующий Мечник. Мечник. Правильно. Два бота. Так же было и в первом DLC. Нет, я хочу призвать людей, естественно. И желательно, чтобы они были из Ковенанта Солнца. Потому что я модный.
Но что-то вообще никого нету. Не. Давайте тогда сходим кольца починим. И я даже не знаю, что-нибудь возможно еще починим. Мне бы узнать, где стрелы продаются, которые огненные. Моя жизнь стала бы проще гораздо. Но я вот что-то совершенно не помню. Так. Ох, я уже устал немножко играть. Ну так, как бы, нормально устал. Пока весело, это главное. Клёвое дело, Семирается. Но пока мало боссов. Вот, не знаю, я, наверное, просто пропустил много. Я знаю, где, наверное, еще один босс есть. Который я пропустил. Я там сдох просто и больше не ходил. Скорее всего, там еще один. Ну, кто помнит, там, где меня отравляли. Бесконечно. И я становился монстром. Потихонечку, наверное. Так. А, отлично. Человек. Задолбали. Задолбали. Кстати, у меня очень большой... Я надеюсь, он не влияет на это. Soul level. Гигантский. Я убил, ну, как видите, больше 100 чем-то человек. Видимо, уже очень больше 100. И поэтому, да. Кстати, да. В ковенанте колокола, чтобы получить шмотки из этого ковенанта, вам нужно... Сейчас. Ладно, перчатки это не важно. А, вам, собственно, нужно убить сотню человек, насколько я помню. Смотрите, какой красавец. Вообще. Но мне больше не так нравится. Мне больше нравится вот так. Я похож на бабулю, которая на дачу поехала. Или даже лучше еще вот так. По-моему, шикарно. Так, ну ладно, мы зацелили моего отличного персонажа. Так, стоп. Не то. Да, он очень красив, как все мои персонажи, естественно. Он само... Сама красота, как всегда. Ну что, давайте, кто-нибудь. Ты, о, ты злой. Интересно, если я его призову, он же там внизу появится, правильно? По логике вещей. Все злые духи призываются на... Впереди от вас, в общем. Чтобы не дать вам пробежать. Так. Ну, я никого не вижу. Я сейчас опять, блин, задолбали ждать, один пойду. А ботов не хочу брать, они тупят. Вообще, боты это... Ботов я беру только ради того, чтобы квест их выполнить. Но я уверен, что у этих ботов нету квеста. Помоги. Помоги. Я уверен, что это один тот же человек написал. Набиватель плюсиков. Ну много народу. Нет, ладно, это кровавый знак был. Ладно, обычно, когда такое затишье, надо к костру телепортироваться. Тогда локация обновится. И вообще... обновится все. Когда идет загрузка, идет обновление. А вот когда вы у костра сидите, тогда не идет. Так, успел. Почему-то никто не из DLC не призывает. Ну, у тех, у кого нет DLC, никто не оставляет знак. Видимо, все купили, я не знаю. В первой части DLC очень многие. Многие здесь тусили. О, ты парирующий, я смотрю. Ну, только мне бы еще один. Ну ладно, пойдем с тобой, мне лень ждать вообще. И... Я уверен, мы справимся. Главное, рычаг не жми. Я, кстати, не знаю, он может нажать мой рычаг или нет, как-то это плохо звучит, да? Нажать мой рычаг. В общем, не знаю, может ли он вообще. Ну да, вдвоем тут вообще как-то полегче. На... Что? Кто это сделал? Ты откуда? The fuck?
Я объясню, это заклинание называется перемирие, насколько я помню. Оно заставляет всех вокруг, абсолютно всех, друзей и врагов, неважно, ходить очень медленно, как будто вы в воде находитесь. Ну, из-за этого и получается перемирие, потому что вы драться нормально не можете. Все логично. Пропало, отлично. Меня сейчас тут чувак убьет. Угольная смола. Нет, его убьет. Еще раз! Он так и будет за нами ходить, походу. Это один и тот же. Ух ты, гад. О, блин. Он постоянно нас антибафает этой штукой. Вон он опять. Скотина. Сушеный корень. О, нет. А, ты предлагаешь не ждать, да? Я правильно вас понял? Хорошо, босс. Нет! Только не ты, черт побери. Только не ты. Самый мой нелюбимый босс просто вообще во всем мире. Такая сложная срань. Давай, бей его. А, ты его уже бьешь. Ну, это, кстати, не круто. Это копипаст какой-то просто. Своих же боссов. А, он еще раз. Я подумал, он бафается. Этот босс, короче, уже был только с другим цветом пламени. С обычным пламенем. Это он называется демон плавильня. Ух ты, черт! Я бы без напарника здесь точно не справился. Вот. Я говорю, я обычно боссов прохожу один голышом, вы сами видели, но с плохим оружием, но эта хрень, я бы ее не сделал. Просто я даже обычного этого босса мочу. С напарником, обязательно с одним, даже если это бот. Я такой, типа, че? Лучше восславь солнце, сучонок. Я прям чё-то как-то. А, ну я бы один не справился. Так что я правильно сделал, что бота призвал. Да, мне стыдно, но. Да, так и есть. А, где? Гниющего железного короля. Да, вот, видимо, это был король, хотя... Ну, блин, это какой-то, не знаю, копипаст босса просто старого. Посмотрим потом, какое можно из него оружие сделать, разумеется. Душа старого железного короля, который пал от огня, поглощающего его замок. Плод железного короля обуглена, а его душа одержима чем-то, что таится внизу. А, он не основной босс. Использовав душу старого железного короля, можно получить множество душ и создать невероятно ценный предмет. Ну, это естественно. Ну, я все равно рад, что с первого раза, потому что я обычно даже с напарником дохну на том боссе. Я не могу привыкнуть к его ударам, все время он мне прилетает от него. Они какие-то слишком медленные. И я уже говорил, что я не могу построиться под медленные удары. Маска Фароса? Ого, я знаю ключи Фароса, а вот маску... Да, я так и думал, что она. А, забавно. Круто. Это, в общем, какой-то чувак, крутой изобретатель. Или типа того. Маска, изображающая механизм фар... А, я думал, это само человека. Фарасы. Из глаз маски текут слезы. Что-то я не вижу. Ну, возможно. Так. Текут слезы, вынужденные владельца терпеть постоянную сырость. Большинство изобретений Фароса сбивает с толку, эта маска не исключение. Сырость, говоришь. То есть, она спасает от огня, я так понимаю. Смысл в этом. Окей, наверх. Я думал, вниз. Иначе я не понимаю еще, что здесь можно придумать. Я думаю, в ней повышенный... Реген к огню. Всего-напросто.
Ну, круто. Так, врагов нету. Хорошо. Слушайте, мы все ниже и ниже спускаемся. А там вообще какой-то огромный меч. Главное, чтобы это не босс был. О, черт, напугал меня. Костер впереди. Впереди, в смысле, тут? Да? А, стоп. Чё? Не понял. Я вернулся? Как так вышло-то вообще? С другой стороны, есть еще враги. Как мне туда попасть только? И как мне здесь пройти? Я мог бы, конечно, телепортироваться к костру, но должен быть же нормальный путь. Нет, только лестница, да? Ну хорошо, ладно. Так, наверху больше ничего нету, это точно. Какие-то странные дырки, из которых вода течет. Мне сюда, по-любому, да? Куда ты приезжаешь? Нет, не сюда, похоже. Может, она на него. Ну, давайте попробуем. Я не на самом верху еще, но мне на самом верх не надо. А, да, сюда. Я здесь не был. Окей, чё? В смысле? Как-то это было не круто. Обманка такая. А если бы реально бы сошел сюда? Он так останавливался, как будто это моя остановка. Как будто уже пора слезать. Кто ходит? Его убьют? Нет, его не убило. Этот сундук вполне мог быть отравлен, потому что, ну, знаете, с бомбой ядовитой. Кольцо силы. Обычно, когда сундук отравлен, все прыгают назад. И, ну, как бы, вы понимаете. Кольцо силы, кольцо силы. Как оно выглядит-то хоть? Обычно все предметы новые внизу. В смысле, в плане колец. Увеличивает силу. Ну да, стоило догадаться. Славь белого друга. Причудливое смятое железное кольцо увеличивает силу своего хозяина. Старый железный король правил в железный век, сила, ну это мы уже читали. То есть то же самое, что и у кольцо ловкости, только же типа кольцо силы. Ну, забавно, забавно. Ага, я тебя вижу. О, чё ты огненный-то? Не офигел ли? Крыса такая. Осторожно внизу. Ты не будешь вставать? Я был уверен, что ты встанешь. Ну хорошо. Так, там кто-то ходит. Ясно. Мне, видимо, о тебе рассказывали, да? Осторожно внизу. Ну пока они легкие. Вот, блин, их когда много становится. А, черт, да как? Нет! Вот я попался как дурак просто. Когда их много становится, вот это реально сложно. Я бы мог бы и дальше, я так понимаю, падать. Протазан. Как из пармезан какой-то просто. Протазан. Что за протазан? Как он выглядит-то хоть? Опять же, непонятно, щит это или что. Чуваки, вам стоит прекратить. Да, я так и думал, что я еще ниже могу. Ненавижу эту игру. Ладно, сзади него какая-то дверь была интересная. Стоит его убить. Да, сейчас гляну, что такое протозан, реально. Интересно. Протазан, протазан. Ага, вот он. Протазан. Очень странное название. Его точно лишь... Ого, слушайте, это крутая штука. У нее очень большой реген к выносливости. Ой, к ловкости.
Это клево. Ладно. Копье с широким лезвием. Благодаря большому, широкому и более тяжелому лезвию этим копьем можно наносить рубящие удары. А, то есть его можно использовать как копье и как алебарду. Однако из-за размашистых атак протазан менее эффективен в узком пространстве. Ну почему? Если же его можно вот так использовать. Наоборот, очень эффективен, по-моему. А если в большом пространстве, то вот так. Там очень много было этажей. Вы вообще поняли масштаб? Сколько я летел этажей? Я, по-моему, этажей 20 пролетел или типа того. Это же очень много. Ну ладно, не 20, но много. Так, по-моему, мне сюда поближе будет. Короче, вот эта штука, она неплохая, очень даже. Но я... 50, блин, 50 много. Я хотел дубину взять получше. Что-то типа этого. Да, вот я прям представляю вот такие удары. Или Хавеля. Зуб дракона. Ну, можно будет потом подкачаться, попробовать. Так, я вот еще хотел подойти заново, попробовать нажать на эту штучку. Ну, ничего не будет. Кстати. Да, я так и думал. Конечно, Шумаген, принимай протазан. Прям в пукан, что ли? Больно же. Протазан в средние века представлял собой копье, наконечник которого с двух сторон был снабжен двумя крылоподобными выступами. Фига. Какой-то знаток. Википедии. Может и нет. Так, мне этот чувак не нравится. Мне интересно, это он меня отравляет или меня отравляет то, где он стоит? Я надеюсь. Нет, ни на что не надеюсь. Это же Dark Souls. Тут нет надежды. Оставь надежду всяко входящей. Ладно, я не успею. Нет, это локация. Это целиком локация. И это хреново. Это значит, мне уже, если я туда вхожу, придется тратить человечность. О, я думал, это дверь. О, еле успел. Блин, еще чуть-чуть и пришлось бы человечность тратить. Ребят, скажите мне, у вас чатик ровный? Или поправить на Good Game? Мне кажется, он немножко съехал. Ровный? Ну, то есть последнее сообщение видно нормально. Ты чё, вообще, что ли, к яду неубиваемый? У него, по-моему, реген на яд максимальный. А, он же не живой, он же это, хреновина. КП не видите? Что? А, в смысле? Как это вы не видите моё ХП? А, из-за чатика. Блин, я понял. Но я не знаю, куда его. Но вы видите, на самом деле, моё ХП. В принципе-то. Ну все, теперь я буду с чатиками играться. Зачем мне стрим, когда у меня есть чатики? Ну как-то так. ММРПГ. Нормально. Попробую-ка я взять тяжелый лук. Может, прокатит? Вообще не должно особо помочь. Оп! Блин. Ну да, я знал, на что я шел. Нет, как-то это еще хуже. Ого, зато со второго удара откинуло. Офигеть. А, зато я могу целиться ведь. Отлично. Спасибо, что смылись. Прыгай. Блин, я прыгнуть не могу из-за того, что у меня стамина кончилась. А стрелу жалко тратить. А, окей, так тоже можно. Да нормально там все. Ну блин, давайте я сделаю чатик СК2 поменьше, раз там никто не пишет.
Ну, как-то так. Не. Не, это так сложно. Вот оставлю так, в общем. Нормально. Там вроде ничего не должно перекрывать. Там просто ничего нету. Это какая-то вообще дурацкая локация, реально. Я не понимаю, как туда нормально можно войти без повреждений. Укуса, кольцо тьмы. Может, кольцо тьмы поможет? Но там не тьма, там... Как это называется? О! О! Чувак, спаси меня! Серьезно. Кстати, на фантома, наверное, не распространяется отравление-то это. Логично было бы. Так, стоп. Да, правильно. Ох ты гад, я думал, ты сюда не придешь. Оскара, спасибо за Оскара. Наверное. Не очень уверен. Там какие-то очень страшные звуки, ни хрена не видно. Это хороший знак? Ладно, пора надирать жопки. О, не-не-не-не-не, стой, стой. Блин. Окей, успел, что? Лол. С чем туда вообще можно пойти, чтобы меня не коцало? По-любому что-то есть. Я просто не знаю этого. Чувак, ну ты даешь. Глупышка. Проклятие. Разумеется. Спасибо. Мне кажется, за мной уже выехали. Я кого-то слышу. Мне кажется, это можно будет отключить. Ну, вряд ли, но мне почему-то так кажется. Проклятие, в смысле. Вот сейчас открою сундук, он с проклятием, да? Нет. Да, это мне поможет. Достойная награда. Таких, как ты, я ненавижу больше всего. Который за щитом прячется. Че, не мужики, что ли? Хватит! О, блин, хватит крутиться! Я убью сам себя! Назло тебе. Я просто в последний момент увидел, что убиваю сам себя. И что у меня очень мало хп. Факел? Да факел занимает руку, и поэтому я не могу в двух руках носить оружие. В общем, мне сложно становится. И у меня удары становятся гораздо слабее. Как тут удобно, костер рядом. Человечность все равно в минусе. Кстати, да, мне не нужно кольцо, я только кольца ломать буду. Знаете, что мне нужно? Вот это нужно. О, другое дело. А вместо этого я использую электричество. Кажется, я нашел, как исправить яд в этой локации. Блин. Это там впереди. Ты чё? Ты не по правилам как ты играешь? Мы сюда не должны ходить уметь. Чё, все что ли? Это он что способен? Ай, ну нафиг вас. Суровые челябинские пары. На вас дубины нету. Мои хреновые дубины. Знаете, я даже так привык к дубине, что мне с ней более привычно, чем с катаной. Охренеть. Охренеть, не снимают. Мне главное локацию зачистить. Тут костер совсем рядом. То есть зачищу, и все будет хорошо. Слышите шепот такой? Вот там хрень есть, которая делает этот шепот. И именно ее мне нужно вынести в первую очередь. Ух ты, гад какой, а? Гад вообще просто. Я уверен, как я только ее вынесу, все это прекратится. Я поэтому не использую человечность. Огненная змея.
Звучит как-то пошло, но я сейчас проверю. Когда выйдем отсюда. Отлично, вовремя отключилась, спасибо. А, не, не отключилась, показалось. Во тьме даже не видно, есть ли у меня заклинание на оружие или нету. Угу. Слышите, слышите, шепот совсем громким стал. Большой сколько титанита. Откуда? Она респавнит их. По-любому. Да. Быстрее, быстрее, быстрее. Ой, он воскресился. Какая-то бесполезная совершенно локация. То есть тут вообще ничего не было. Ё-моё. А, вот, блин, я же говорил. Но тут все равно нельзя пройти. Я же говорил. Ничего не было, что? Вы слышите? Алло, алло, алло. А, вы про этот, про шепот. Я говорю, может вам игру сделать погромче? Чуть-чуть. Просто она реально может быть тихой для вас. Я не уверен, но я сделал потише. Я просто когда... Ну, у меня микрофон погромче стал, я поэтому не привык еще к нему. Давайте сделаю погромче, правда. Почему нет? Вот так вот. Чуть-чуть совсем. Ну, я понял, что не слышите. Я тоже еле-еле слышу, но слышу. Так, какие двери у меня еще были закрыты? Да, ну давайте попробуем еще раз вниз ходить. Мне просто интересно, что там. Быстрее, 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 быстрее. Да, наверное, я зря это сделал. Да, я правильно приехал, кстати, мне сюда. Сюда, теперь... Сюда. Как будто, блин, на метро езжу просто. Мне даже лень в человека превращаться снова. Потому что все равно сдохну наверняка. Интересно, вот я так понял, эти ребята зависят абсолютно от вот тех вот статуй пепельных. Так почему этот уже мертвый? Какого черта? Раз к нему была привязана какая-то статуя, так где она? Или к нему не было привязана статуя? Ой, чем я выпил? О, я хотел бэкстеп сделать. Я сдохну! Нет, не сдох. О, черт, они снова стали полными. Блин. Ну ты и дебил. Фак. Меч пепельного воина. О-о-о-о. Это их оружие. Так, где он там? А, хрен я его найду. Не, ну он должен быть сверху. Меч пепельного воина. Вот. Вот он. Ну, как бы обычный меч. Я думал, он меня будет проклинать, когда я буду его использовать. Эффект кровопотери. Ну ладно. Я слышу только удары мечей и как ты долбишь по клавишам геймпада. Ну да, я долблю громко, но я сделал... я сделал что громче? Теперь, может, теперь услышишь? Прямой меч пепельных воинов. Он ровно настолько хрупок, насколько кажется. Серьезно? Я просто сразу подумал, что он какое-то говно. Видимо, он такой есть. Изубренное лезвие старого клинка наносит врагам страшные рваные раны. Ясненько. Тут больше нечего делать. А на этой вообще никого нету. Блин, самое огромное. Я вообще боюсь с ним прыгать. А может и стоило.
Нет, нет, слишком много урон. А, окей, я когда делаю бэкстеп, мне не проходит урон. За меч мой. Хорошо. Засада. Слушайте, я не уверен, но возможно мне стоит спрыгнуть в ту штуковину, а не в эту. Хотя, наверное, все равно. А, ну здесь я могу не разбиться зато. О, нет. Стой, как насчет из лука пострелять? Я просто боюсь, что он меня сейчас отсюда снимет по-быстрому. Нет, блин. Что такой агрессивный-то? Ну что, ты будешь меня снимать? Он не может меня отсюда снять. Вот неудачник. Стой, я его могу. Ой, или может. Бро. Отходи давай. Надеюсь, что он меня не может отсюда снять. Да, видите, рядом со мной тень появилась, которая точно так же делает. Николаса в скайпе спалили? Ничего не знаю. У меня 15 друзей Николасов. О чем речь? Постоянно забываю скайп вырубать, на самом деле, на стриме. Забываю, что у меня там рабочий стол виден. Давай, чуть-чуть осталось. Я вообще не хочу к нему спускаться, я слишком долго сюда шел, чтобы сдохнуть на нем. Это слишком рискованно. Черт побери. Ладно. И сейчас он меня прикончит. Нет, не сегодня. А тут ничего нету, да? Чувак, он с двумя мечами пошел вообще на него в атаку. Не знаю, чем я это сделал, но я победил босса и... Ну, мини-босса. Я хочу выпить после этого. Я думаю, я заслужил. Вот я в самом низу, считайте. Я надеюсь, эта хрень не восстанет сейчас за мной. Чё? Блин, слишком опасно. Да хрен ли? Чё он такой мощный? А, фак. Ладно, я хотя бы дверь открыл. Чё-то прям он меня вообще разнес. А первая атака, я её, конечно, избежал, но она какая-то была безумная и мега далекая. Метров на 5, наверное. Если я найду такое оружие, я, пожалуй... Я не люблю вообще кнуты всякие, которые... У меня там даже меч есть, сейчас покажу. Вот, меч. А, это меч из первого DLC. Он как бы обычный, но если его использовать сильной атакой, то он будет, видите, какой магический вообще. Вот, но я не люблю такое оружие. Но он, кстати, слабый. Вообще слабый. Полная хреновинка. Я вот что подумал. Если я одену кольцо кошки и начну падать резко вниз, то я ж не сдохну, правильно? Ну, мне так кажется. Не должен, по крайней мере. Так что я даже не знаю, вместо чего здесь. Ух, давайте, наверное, вместо вот этого. Кольцо кошки. Блин, мне, конечно, атака нужна, повышенная, ну ладно. Пускай. Ну чё, я умру, если я буду прыгать вот так вот? В разломы? Или я выживу? Не уверен. По-моему, я выживу. Слушайте, офигенно. Ой-ой-ой-ой. Чувак, не будь таким. Женяш. А, блин. Мне кажется, пора искать выход отсюда. Мне кажется, пора резко искать выход отсюда. Пока-пока. А-а-а! Стрела.
Тут все может вас убить, даже маленькая стрела, если вы в огромном шлеме. Окей, где я? Ух, черт, что это? Это какой-то медведь с железной, с мечом в башке или что? А там какие-то штуки по бокам. Справа, и тогда костер. Справа? Блин, я что-то ему не доверяю. А, черт, напугал. О, нет, они лечатся. Я понял прикол. Видите вот эти штуки? Пока я их не уничтожу, все враги на левеле будут лечиться здесь. Да, я понял, что босс. Ну, как бы, блин, да, это... это очевидно. Ну, в смысле... Вот эти две штуковины будут лечить босса и всех, кто здесь находится. Где костер-то, я не понял. Чувак меня обманул. Сколько у него оценок? 5 всего? А, справа? Он вопрос поставил. И тогда костер. Я не понял его. Он дурак. Может, слева? Я думаю, слева сейчас пойду, и то же самое будет. Так, ладно, хорош лечиться. Только у меня тут есть такая привилегия. Его за один, за одно использование я его полностью вылечил. Вылечила его полностью, да, да. Это как-то слишком. Жалко, что нету арбалета отравляющего, точнее болтов отравляющих для арбалета. Просто есть такие арбалеты, которые стреляют сразу там по 3 патрона залпом. И у меня таких, по-моему, 2 или 3. И если бы можно было бы... Это было бы читерство, конечно. Но если бы можно было бы отравляющие болты надеть на такой и сразу 3 выстрелить. Прикиньте, как было бы удобно. Особенно в ПВП. Ты, похоже, не можешь достать, да, Лосина? Неудачник. Оооо! Он прошел! Как он сюда влез-то? Мне кажется, я игру сломал. Ладно, получай. По ноге. Так, как сломать эту штуковину? Я что-то не догоняю. Что это вообще? А, я понял, что это. А я смогу к ней подойти? У меня почему-то такое чувство, что я подойду к ней и сдохну. Ты гонишь. Плохо я делаю, плохо. А, костер! Он не наврал! Нельзя идти назад, мне нельзя сидеть у костра. Если я посижу у костра, враги восстановятся. Ой, а ты, я смотрю, не против погулять. Я думал, ты за мной не пойдешь. Собственно, мог и не идти. О, черт! Я так понимаю, что двое еще и с другой стороны тусят. Я, кстати, начинаю подстраиваться под их удары. Так, он урон не получает. Какого хрена? Я не уверен, что я могу сломать те тотемы. Те статуи. Пипельную. Давай, умирай. Оу, я думал, не попадет. Что слишком высоко стоит. Так, хватит. Ты багами пользуешься, багаюзер. Я-то молодец, в отличие от тебя. Щида прописал мне. Булавой! Хватит! Хватит это терпеть. Воу-воу-воу-воу! Такой прям по башке. Чё? Не-не-не-не-не! Ты гонишь? О, блин, как же он меня напугал! О! Как он сюда пролез вообще? Читак. Я, кстати, вот что понял. Я думаю, внутри... Вазелин, да, видимо.
Да не, я не умираю, смотри, все нормально все. Внутри, думаю, основная это душа босса. Отлично. Ну, в смысле, сам босс вот этот, душ, которого я подбираю. Я там в целом-то и не вижу босса. Вообще. Может, именно смысл в том, что я должен все вот эти штуки снять? У меня, по-моему, не хватит на это. Ничего. Да, у меня всего одна осталась. Как тогда? Я не понимаю. То есть, ну, у меня тупо не хватает. Тут как бы их осталось две, а у меня она всего одна. Как тогда быть-то вообще? Бломбук станет заполнено. Непривычно. Нет, ну это невозможно. Ты чё, терпеть? Сейчас еще один вылезет, да? Нет? Просто у меня было столько много возможностей истратить эти штуковины. Ну, видимо, это какое-то было нечестность какая-то, вот так скажу. Типа, игра мне такая, ну чё, хочешь потратить то, что у тебя ограничено, и потом не будет. Может, с помощью перекат? В тебе что-то есть? Ой, я даже без переката. Душа отважного воина. Да блин. Игра, ты же знаешь, что мне нужно, давай. Чё делать-то с тобой? Литой клин. Эта хрень еще и меня не лечит. Ладно, давайте я попробую съесть человечность. Но все равно мне надо здоровье восстановить. Так. О, блин, я же кольца сломал, да? Я просто не... А, нет, одно осталось. Ну, я прям запасливый. Угу, я так и думал. Харифон Форд. Стоп, это маг! Воу! Давай. Это маг, по-моему, который сидит у меня в маджуле. То есть, если я с ним пройду босса, по-любому, вообще, я просто уверен, что это будет какой-то квест. 100%. Это круто, потому что меня... А, да, точно. Расстроило то, что в DLC нету никаких NPC. Вообще, тут тупо пусто. Нету ничего. Бородач такой, о, клёвый чувак. Погнали. А, или это так? Ты не чаруешь? В последнее время абсолютно все чаруют. Все, что у них есть. Воу! Это, видимо, и есть Железный Король, я так понимаю. И я еще понимаю, что из его души можно будет выковать его меч. Я уже видел чувака с мечом таким. Ух ты какой! Фига! Просто разрубил меня как масло. Блин. А-а-а! Сейчас мечом, да, я так и думал добавить. Отвлекайся на NPC! Окей, у него удары хотя бы простые. Легко запомнить. Отлично. Спасибо, бро. Легко запомнить, когда кто... Что? Он вылечился, фак. Нельзя его поплодить сюда. Шустрый какой. Слушайте, сложный босс. Еще и NPC, он же может встать около этой штуки, и она начнет лечить босса. Ой, что? Как это получилось вообще? И он агрессивно реагирует, заметили, на то, что когда я лечусь. Еще не реп. Блин, ладно. Может, и... Верь в меня. Подари мне веру в меня. И...
Наша вера пронзит небеса. Или как там вообще? Там пробур, по-моему, был. Короче, плохо все. Я не знаю, мне нужно что-то, что сломать. Ну, чтобы сломать эту штуку, нужна еще одна. А где ее взять вообще без понятия? Какие тут хотя бы народу много. Но мне нужен все равно NPC. Без него я проходить не собираюсь ничего. Так. Я пойду починю кольца. Что-то, что сломает баланс. В смысле, ты о чем? Оружие какое-то перекачанное или что? И закуплюсь камешками, чтобы лечиться. Так. Имбу. Да я не люблю имбу, на самом деле. Вот это оружие, которое у меня, его многие люди считают имбой, но на самом деле нет, даже не близко. Оно берет плату за то, что ты его используешь, оно забирает у тебя здоровье. Так. Ну ладно. Мне интересно, что можно сделать из душ, которые я получу. Кстати, стоп, 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 стоп. Вот, старик. Старик сидит здесь. Это Шон, да? Привет, Dark Angel. Не знаю, когда Цива. Ты там в Циву задротишь. Зачем тебе еще и стримы Цивы? Так, он ничего не говорит. А, точно, кстати. Спасибо, что напомнил. Там же... Я нашел заклинание новое. Огненная змея или как-то так. Так. Вот, я уже вижу его. Огненная змея. Пиромантия мага Эйгила, верного последователя старого Железного Короля, создает несколько огненных столбов перед заклинателем. Круто, кстати. Эйгил пытался подарить пламени собственную волю. Это по... А, кстати, знаете, на что намек? Помните боссов двух, ну, одинаковых, этого, демона плавильни и вот который в DLC был? Ну, таких огромных, с мечом гигантским. Вот, короче, я думаю, это он приложил руку. Вместо головы чеснок. Потому что я чесночная голова. Меня так мама назвала, поэтому... Не знаю, с чего она взяла. Это порождение пиромантии должно было вести себя подобно змее, скользить навстречу врагу, жалить его. Но, видимо, что-то не вышло. Я там еще что-то... А, ну давайте посмотрим. Что? Не могу использовать? Блин. То есть, как бы, я смогу, что ли, или что? Да, я не могу использовать. Ладно, я сказал вам, что я потом подкачаюсь под все заклинания и юзну. Ну, змею-то я смогу использовать. Только для этого нужна пиромантия. Отойдем-ка отсюда нафиг. Я не знаю, как это заклинание будет себя вести, поэтому... А, ну на... Слушайте, а неплохо. Это как, ну, обычные столбы, да? Только они идут по кривой. Смотрите. За шипца. Показал. Ну, в общем, они... Да, и вправду идут змейка. Это клево, потому что никто не будет ожидать. Все будут ожидать обычного либо вокруг себя, что все загорится, либо то, что по прямой. Навстречу к врагу. А это прям такой обманка. Клево, клево. Ей, что мне нужно еще поставить обратно? Так, вот так вот. И... Ну, у меня было лечение для вторжений. Ну, не знаю, может что-нибудь другое. Починка, кстати, хорошая штука. Ладно, оставлю. Просто на всякий случай. Если буду вторгаться, очень хорошая штука. Помогает. Ну ладно, погнали. Наверное, я не очень готов. Нет. Да, тут. Я, кстати, рад, что хотя бы вот эти
Чуваки огромные, которые из-под земли вылезали, что они хотя бы не появляются заново. А, еще кто-то. А вот ее не было. Она... Нигде ее не было, она только в DLC есть. Ну, короче, нам обязательно нужен старик, потому что я... Ну чё, я ж только что сказал, что хорошо, что тебя нету два раза. Скотина. Так, второй план. Детка, иди сюда. Будешь сейчас мне помогать. Так, их, получается, двое будет, да? Ха, забавно. NPC теперь знаки показывают. А, в первом DLC тоже был. Ну, давайте, а интересно, я могу ей что-нибудь показать? В первом DLC был... На вас вторгался шут Томас, и он тоже показывал знаки. Ну ладно, она только приветственные показывала. Жаль. Он там тоже показывал что-то там, я уж не помню. Детка, ты знаешь, что я от тебя жду. А, тебя вот я призывать не буду пока. Ладно, пока она там веселится, мы пойдем с этим разберемся. Че, она уже разобралась, что ли? А, или она не стала разбираться даже? Ты бы могла и показать им класс. В курсе, да? Ты в курсе, что я там дерусь? Типа. Да, тебе, видимо, пофиг. На мои чувства. Нет, серьезно, давай, иди. Хренач. О, блин, да, они же могут пролезть, я забыл. Один другого вообще толкает. Сейчас должна пойти шутка, конечно, вот. Да, отлично, она пошла бить морды. Супер. Я использую и выкину после использования. У тебя она сильная. В смысле, нет, она слабая, но в плане здоровья сильная. Че, она второго сбила? А, да хрен бы там. А, иди сюда. Даже стрелы не долетают. Да ладно, иди сюда. Да давай. Че ты ломаешься-то? Ой-ой-ой-ой. О, черт! Как? Я же отпрыгнул. Так, ладно, я не зря купил самоцветы. Вот на такой случай, чтобы фляжки не тратить. Чтобы на босса оставить. Ты, блин, иди дерись. Я буду стрелять из лука. Че непонятного-то? А, господи, глупая. Теперь поняла, да, кого бить? Нет, не поняла. Че ты так тупишь-то? Мне кажется, она не понимает, что я атакую, когда я из лука стреляю. Окей, она начала его убить. О, такая прям пум-пум. Так, ну ладно, я не пошутил, что я тебя использую, выкину. Бай-бай. Вот ты мне хорошо сослужила. Где там эта хрень? Это помню. Редко пользуюсь. Да, пока. Давайте кого-нибудь посильнее. Ты мне не нравишься. Ты тоже не нравишься, но давай. А, ладно. Ну, может, это ты. Это была она. Думаю, нет. Я думаю, это в порядке вещей. В ее родной стране. О, он кланяется, смотрите, клево. Алина. Ну-ка, дай-ка на тебя посмотреть. Ну да, Алина. Ненавижу людей, которые мелкие знаки перед боссом ставят. Хотя это им же хуже, потому что им не дадут награду нормальную. За босса. Может, кто-то не знает?
Ну, где? Да, кстати, да, стой. Ну тебе. Интересно, это все NPC стали теперь знаки, жесты демонстрировать? Или только DLC-шные? ДЦП-шные? Просто если все, то это клево, конечно. А если DLC, то это вообще офигеть. Потому что для избранных. Давайте, знаки, чё вы? Нет, я его призывать точно не буду. О! Ладно, давай, хрен с тобой вообще. А второй кто был? Ой, надо было второго. Блин. Вот этот с почти имбовым оружием. Он даже не почти. И в хавеле еще при этом. И с щитом с каменным. Ну офигеть. Не хотел бы я такого в ПВП. Вот это самые плохие, на самом деле, ПВПшники, потому что они ничего делать не умеют. И поэтому берут все самые безумные армор и там лечатся безумно, например. Вот все. А, отлично. Ты тоже зачаровываешь. Надо сразу к этой стране идти. Что-то как-то странно. Почему он нас пропустил и побежал сразу? Да что не попадают-то? О, блин, вот это было опасно. Я не понял, о чем? Мне нельзя, чтобы умер мой NPC. Если он умрет, то это все. Хоть заново начинай. Уже пофиг. Я понял. Он по кругу не может нормально бить, если его обходить. Это интересно. Ну ладно. Может не в этом случае. Нет, нет, нет! Ай, он мог подлечиться ж. У него оружие стало раскаленным. Блин, не убивай моего NPC. Сучка, он должен жить. Блин, ну это конец. К сожалению. Нет, не подводите его. Что он делает? Ё-моё. О, чё ко мне-то побежал? Ну ладно, все равно. Лаги? Нет, лагов нет. Обновись. Ну как бы все равно надо было бы сначала начинать, потому что если бы убили NPC, я бы в любом бы случае погиб бы. Ну, типа специально. Потому что я хочу квест посмотреть. Мне, знаете ли, лень проходить все DLC заново, чтобы только посмотреть квест. Отлично. Блин. Я хотел как раз маленький знак призвать, чтобы он пошел с гигантами разобрался. Я специально уже бы сдох. Неважно. Он слишком избил NPC, он бы помер. Маг который. Я уверен, что если я с магом пройду, то, блин, я бы мог призвать, конечно, игрока сейчас второго, и вообще бы мы прошли бы на изиче. Ну, на самом деле нет, но прошли бы, наверное. Но мне нужен именно маг. Вот это и потому, что ее в игре нету нигде больше, она только здесь стоит. Поэтому я ее тупо не найду, и она меня не отблагодарит никак. Ну, как она умеет. Поэтому... Да, поэтому только маг остался, вот тот старик. Но у меня не было выбора, понимаете? Сейчас до всех дойдет. Ну блин, я... Мне нужен еще кто-нибудь, чтобы помогал. Заткнись. А ты иди бей их. Чё ты вообще? Что? А второй почему не появился? Я как-то удачно пробежал, что ли? Блин, ну если я призову сейчас кого-нибудь, то... И хрен с гигантом. А,
А, так он же уйдет. Если я просто буду его игнорировать, он уйдет. Правильно? Иди сюда. По-моему, он уже ушел. Спасибо. Сила игнора. Клево. Ну ладно, тогда свали. Больше ты мне не нужна. Ты не пройдешь, да? Только вот прошел. Начнется драка. Я, кстати, думаю, что вот это основной босс. Основной босс всей... всего DLC. Потому что он, во-первых, какой-то просто не по-божески закрепленный вот этими лечилками. То есть, вы вообще представляете убийство этого босса со всеми лечилками вокруг него? Вот только представьте. Вы помните, с какой скоростью он вылечился в прошлый раз? Нахрен иди. Ты не идешь? Хорошо. А если бы они были все, то это, блин, ну вообще... А если сейчас на самом слабом боссе из DLC? Ну, я, во-первых, уже убил одного босса, и он был слабее. Во-вторых, нет. Ну, блин, я ж чувствую, как бы, какой босс слабый, а какой нет. Поэтому... Нет, конечно. Я уверен, что это... Ну, это Железный Король, поэтому я уверен, что он последний. Кстати, он выглядит не так, как я думал. Совершенно. Он выглядит как Арториас из первой части, из DLC. Ну, немного так. Меч и все такое. Так где, блин? Вообще никого нету. Или я зомби? Нет, я не зомби, я красавчик, как всегда. Где там? Ну и чё? Вообще никого нету. Может мне из локации в локацию сбегать, тогда всё перезагрузится? Я просто не знаю. На самом деле, просто офигенная DLC, реально. Суперская. Здесь очень много всяких... Ну, я правда люблю, когда больше секретов. Я, конечно, раз они секреты, мог их и не найти, но... Мне показалось, что здесь не очень много было всяких потайных дверей, хорошо спрятанных. О-о-о, да, перезагрузил, все сразу появилось. Это тот же чувак, по-моему, как в прошлый раз, который я призвал. Я хочу того Хаммеля призвать. Вот Хаммель с ультимативной пухой, он бы мне помог. У него было, кстати, вот какое оружие. Оно у меня, по-моему, есть. Или я его поленился сделать. Там из дракона, из души дракона делается. Нет, я, видимо, поленился сделать. Ну, неважно, в общем. Потом, может, покажу. О! Блин, чувак, все ближе и ближе. Он не хочет. Да, я тоже вижу. Не хочет. Кто не хочет подключаться с тобой? У них выбора-то нету. Покажи косу. Девичью косу. Так, где у меня там были косы? Вот коса. Почему только одна? Там вроде же несколько кос. Молот. О, странно. Мне кажется, там было много кос. Две или три. Ну, типа вот. Тут если бьешь черенком, то есть палкой, то урон слабый. Где-то в три раза или в два с половиной слабее, чем лезвием. Да, если лезвием бьешь, соответственно, хороший урон. А, хрен с тобой, призывайся. Прикиньте, как быстро забирают людей. Сейчас просто все проходят DLC, и те, кто уже прошли, они на расхват. Обычно вот такие маленькие знаки перед боссом устраиваются, кстати, те, кто хочет посмотреть на босса просто. Но в этом нет смысла. Потому что если вы проходите босса с игроком, вы все равно, в любом случае, вы исчезнете и получите, если большой знак оставили большую награду, хорошую, а если маленький знак, то ничего не получите. Ну или что-то маленькое, не очень уже помню, что. Начинается драка. Уязвимость правая рука. Вот, мне как раз и показалось, что он, если против часовой стрелки вокруг него бегать, он как-то промахивается. Может быть, чувак прав.
Сколько у него оценок? Одна? Ну, ладно, поставлю тебе. Я думаю, я с тобой согласен. Я тоже это заметил. Ну, я задолбался, блин, стоять. Кровать брутальную. Вот там, блин, какая-то еще. А, да, есть еще одна коса, но она крафтится за душу, и я что-то как-то. Вообще нам не нравится. Вот тут как-то косы вообще, они. С ними мало кто ходит, они для PvP никакущие. Ну, вот, разве что иногда есть враги, которые медленные, но если в упор подойдешь, то агреют нехило. Например, черепашки, если ты видел. Вот против таких врагов коса как раз не очень плохо уже. Ну или там кнут какой-нибудь. Как много трупов тут. А, ну да, тут уже два чувака. Я хотел сказать, что они даже к боссу не зашли, уже сдохли, а я ведь ничем не лучше. Хотя я вроде ни разу не сдох на этих ребятах, но вот на боссе. Зараза, блин, если бы я тебя отключил, я бы вообще... Ну вы слышите пение такое? Шепот, точнее, не пение. Пение было в первую, по-моему. Если бы я в самый первый раз бы не использовал эту штуковину, то я бы, в принципе, у меня бы хватило до сюда. Она все равно была бесполезна, она стояла там. Но я просто попробовать хотел. Она, в принципе, мне ничем не мешала. Это штука, которая лечит босса. И очень мне помогает, конечно же. Ой, опять тот чувак. Ладно, хорошо, что он не призвался. Он мне не помог. Это скорее я там сдох, но он не очень хорошо защищал моего NPC. А я говорю, если я NPC не сохраняю, то мне в любом случае смерть. Потому что если я пройду без NPC, мне слишком лень будет второй раз проходить DLC. Я квест уже не выполнил. Ну. Окей. Самолет, да, самолет это явно не на стриме. Скорее всего. Блин, тут, видимо, перехода между локациями просто нету. Тут как бы знаки обновляются только. Если был бы переход, то знаки бы полностью перезагрузились бы. А так они просто апаются. Даже старые. Которых уже нету. Блин. Я задолбался ждать. Ой, ну я не успею, да? Гэндальф, блин. Ну сколько можно-то? Я уже сейчас буду пробовать его в одиночку с NPC затащить. Ну там уж по-любому, либо я сдохну, ну скорее всего... Ну да, скорее всего я быстрее сдохну, чем NPC. А если я буду постоянно уворачиваться, то он будет по NPC заходить. Воу-воу-воу! Ты чё такой разогнался? Опасный. Один на один я скорее всего не вытяну. Босс все-таки трудный. Я не знаю даже вообще пока тактики, как его убивать. Я, конечно, могу методом проб и ошибок 500 заходов на него сделать. Ну, там, ладно, штук 7. Раз попробуй, да? Но это как-то вариант мне не особо нравится. Даже тут знаков призыва нету. Я этого не вынесу. Не сдавайся. Печаль. Ты умер вообще? Ясно. Его, видимо, придавило неплохо. Мне вот что интересно. Я могу пробежать так, чтобы не разбудить гигантов? Просто я же в прошлый раз только одного разбудил, а второй спал. Да, реально, круто.
Ого. Как мужик. Что как мужик? Не разбудил никого? Как мужик, вообще, да. Что это все-таки такое? Какой-то медведь или что? По-моему, это огромный медведь железный, у которого из башки меч торчит. Остриё сломанное. А, в смысле, один на один уже. Ребят, лагов нету абсолютно по нулям. Я вот сейчас смотрю, проверяю. Лаги были где-то часа два назад, последний раз, и все. Около начала. Все, давайте пишем. 1, 2, 3. Нет. Что-то у тебя слабое оружие для босса. Что ты делаешь? Два задержка. Кстати, еще можно, конечно, щит взять, но как-то щит это тоже не по-пацански, поэтому я не знаю. А ему урон не проходит, по-моему, когда он появляется на свет. Ого! У мага-то заклинашки из DLC. Он сейчас только что клинок пустил. Заклинание называется. Или как-то так, темный клинок. Рассекающий, я не помню. А маг-то имбовый. Что-то я слабо атакую. Да, даже так слабо. Странно. Ого. Нет, не убивай! Не убивай его! И меня. Вообще, не трогай нас. Почему ты такой злой? Нет! Скотина. Да чё ты уворачиваешься-то? Я ж тебе добра желаю. Смерти. Чувак, иди помогай, блин, моему NPC, ты чё? Серьезно, если он умрет, я, блин, сдохну сам специально. А, хотя, блин, надо будет снова ждать. Не знаю. Мне лень снова ждать, пока кого-то призову. Мне кажется, мне не придется специально умирать. Долбанный гад. Не-не-не-не-не! О, черт. Не знаю, что он делает, но мне это не нравится. Оу! Вы видели? Вы видели, как мне повезло? Убил. Я вот возьму, блин, и на Википедии посмотрю, что дается за выполнение квеста. Хрена себе. Макрип, это на самом деле очень обидно. О, и я рип. Я не рип. Я не рипее всех не рипых. О, спасибо за оценку сообщения, самое время. Я не помню, как его зовут. Я такой, типа... И это все... Душа и приветствую, блин. А, пока. Давай, удачи тебе. Спасибо за победу, деду. Ну, блин, реально как-то жалко, что маг сдох. Это прям...
Я не знаю, пойду ли я на это, но возможно я потом апну костер, чтобы еще раз его убить, но уже с магом. Но это не факт. Корона старого железного короля. Ой. Так, пламя теплицы. Древней короне. Ой. Так, давайте почитаем. Ой, стоп. Одень. Да, выглядит, конечно, с моим персонажем просто идеально. Знаете, как шлем одевают на умственно отсталых, чтобы они там голову себе не разбили. Вот, мне нравится, как ведро выглядит. Так. Корона старого железного короля, некогда правившего в этих краях. Король утонул в расплавленном железе. Встретил того, чье имя нельзя называть, и стал гноем земли. Что? Его кто-то убил? Я думал, он просто из-за своего лицемерия, типа. Но то было давно, и сегодня никто не помнит даже имени короля. Но это еще не конец. В начале... Ой, в конце первого DLC... Если вы после убийства дракона и получения короны сходите к Вендрику, поболтайте с ним, он вам расскажет что-то новое. И я просто уверен, что сейчас он мне тоже расскажет что-то новое. Ух, интересно, интересно. Ну, я вам не буду говорить, что он мне первый раз рассказал. Он, кстати, почти ничего не рассказал, на самом деле. Но это дабы спойлеров избежать. Мы как бы заценили второй DLC, но вот первый пройдите сами. Где он там, блин? Я забыл. Тут? Нет. Где этот? А, вот, трупница же. Вот тут, по-моему. Тут. Фух. Ох, у меня шея затекла. Да, тут все правильно. А, блин, что она делает-то, корона? Первая корона статы увеличивала. Нет, это что-то ничего не делает. Ха. А, может, делает? Стоп. Ну, в общем, та корона, она уменьшала какой-то стат один и повышала два или три. Вот, и она была типа очень крутой, но я ее не использовал ни разу, разумеется, потому что я круче всех. Как-то не пришло. Черт! О, блин! Там все очень плохо. Ух ты, гад какой, а? Что он лагает? Что за хрень с ним? Чего у него жизни нет, бра... Он лагает-то. А, я то же самое хотел сделать. Забавно. Не лаги, а лаги в игре. Ой, блин, вот видите, да? Очень стабильный Dark Souls, спасибо тебе. Ну, я бы его убил, естественно, если бы не лаги. Я просто отпрыгиваю и... Ну, вы что, не видели, что ли? Отпрыгиваю, и идет удар через 2 секунды по мне. Отлично. Очень стабильность. Прям очень стабильность, да. Именно это я хотел сказать. Короче. Почему-то снова появился босс. И мне это вообще не нравится. То есть... Что-то, короче, плохое случилось. Не знаю что, но что-то плохое явно. Давайте починимся. Или мне еще не надо? Нет, мне уже надо. Я того босса уже убивал. Я не знаю, почему там еще раз появился. Но я могу предположить, что там появился новый босс. После прохождения DLC и убийства босса. Не уверен, но не исключаю. Я думаю, сейчас там появятся чуваки, которые просто будут стоять, ну, постоянно в виде фантомов вторгаться к игрокам, которые пытаются пройти и поговорить с Вендриком. Постоянно такая фигня происходит. И когда первое DLC вышло, и когда второе вышло, все время появлялись такие чуваки, которые постоянно вторгались и просто не давали никому пройти нормально. Окей, мне не нравится реально, что там босс появился, это что-то нехорошее. Я уже... Зачем я это сделал? Убил его, чтобы не позвонить, чтобы он не позвонил в колокол и позвонил в колокол. Логично.
отвали. А, не-не-не, все нормально. Или нет, нифига не нормально. Фиг ли там дверь-то появилась. Кстати, я вот что заметил. Рыцарь, который, этот, колокола, сидит здесь в свете. Короче, вот эти чуваки доходят до света и идут обратно. И рыцарь тоже сидел в свете. Не знаю, к чему это, просто заметил. Может, это что-то значит. Типа, последний оплот. Все плохо, если кто не понял. Я его не убью. Я, конечно, его уже убивал, даже на стрим, но я тогда был молод и здоров. Не-не, ты должен в другую сторону двигаться. Дамаг просто, не знаю. Опупенный. Я себя быстрее убью, блин. Спасибо. Короче, в этом нет смысла. А если я... Ага, нельзя. То есть я его так не покараю, если кто не понял еще. Ну да, я все равно хотел этим перышком телепортироваться к костру. Ладно, у меня есть идея. В принципе, фиг с ним. Пока что он не шибко мощный. Кто, Вендрик или я? Не понял о чем-то. Ладно, да, нормально, справимся. В принципе, че уж там. Ща, мне только надо вспомнить, где я еще не был. Вендрик не сильно дерется. Да, вообще-то сильно. Как бы нормально. Так, я, по-моему, здесь еще не был. Не уверен, но возможно. Блин, ну если я все уже собрал. Сколько у меня сейчас? 3 штуки. Фак, я знаю, дракон. Я не смогу. Дракон, гребаный дракон. И вообще, я... Да. Я его всего 1 раз убил за 1 прохождение. И да ну нафиг. 2-й раз я не хочу. Я тут был. А, ладно, да, я даже чувака убил там. Ради прикола. NPC-шку. Чё ж делать-то? Я вот не помню, там 5 душ гигантов или 4? По-моему, 5. И 5-й из дракона падает. Так, сюда тогда поближе будет. Но я не уверен. Так, где там еще 2? Вот 1 здесь. Там. Мне все-таки кажется, что я у всех был. Но я не уверен. Что опять было? Лаги? Ну, не знаю, слушай, у меня лагов нет, серьезно. Ой, что? А, чё? По-моему, там раньше ничего не было. По-моему, там раньше завал камнями был просто. Странно. А, чувак застрял, по-моему, нет? Блин. А, ага, я тут тоже был.
Кстати, хотите увидеть лицо гиганта? Это гиганты без лиц. Хотите прикол? Короче, вот его лицо. Все, насмотрелись, отлично. О-хо-хо-хо! Как много хп! Скриншот даже сделаю. Скотина. Я больше не покажу, если что. Это был единственный шанс увидеть лицо гиганта. Больше не будет. Ну, у него реально, у него такая пасть, как у акулы просто, вообще. Жесть. Я, кстати, так и не понял, почему у них лица пропали. Это как-то странно. То ли их прокляли, то ли еще что. Тут, кстати, был босс, но я его уже мочил. Поэтому его тут и нет. Логично, да? Фиг знает, что делать. Остался, по-моему, последний такой дерево. Последнее дерево. Слушай, ну давай я ради тебя обновлю стрим. О, так, 4.